Дорогие друзья, дорогие коллеги, сегодня у нас большое событие, большой праздник и большая удача. У нас в гостях великий человек, великий педагог, мыслитель, человек наднациональный, человек над временем. Я не смогу перечислить все регалии, все звания, мы это все в титрах обязательно дадим. Шалва Александровича Амонашвили знают абсолютно все педагоги, все думающие, читающие люди, не только русскоязычные, но в мире. Академик, автор около 70 книг, основатель гуманной педагогики, профессор, экспериментатор и большой человек. Но для меня, прежде всего, Шалва Александрович – это мудрец, это философ, это настоящий учитель, великий учитель. Дорогие друзья, я от лица родителей, я знаю, что Шалва Александрович преподает учителям, педагогам, и вот у него очень много учеников именно из среды учителей и педагогов. Но так как я таковым не являюсь, как отец троих детей, как уже дедушка для меня, как и многих для вас, для родителей, есть вопросы, есть возможность сейчас соприкоснуться с источником настоящей мудрости, с источником бесконечной радости, вот как, знаете, в жаркую погоду в пустыне, представляете, вот путник, который неделю идет без капли воды и находит родник холодный, вкусной воды, чистой воды в мудрости. И вот сегодня для нас с вами действительно праздник. А я постараюсь все задать вопросы, которые интересуют нас, родителей. Итак, дорогой Шалва Александрович, буду спрашивать у вас. Вот первый вопрос. Сейчас много родителей пишут и переживают, что делать. Дети перестали читать. Дети не берут книги в руки, игры электронные, телевизор и так далее. Вот какой бы вы дали совет? Владимир Викторович, пока я попытаюсь дать ответ на этот ваш очень интересный вопрос, сперва я хотел бы сказать о вашем начинании. То, что вы сейчас делаете, это огромное дело. Не потому я это говорю, что хочу льстить или так далее. Нет, совсем нет. Это действительно большое дело налаживать какую-то иную антологию знаний. Вот видеоантологию, это иной современный источник, так, познания. Поэтому это большое дело, то, что вы собираете здесь людей, умных и так далее. Ну, я рад, что среди них оказался тоже. И вот это я хотел сказать. А дальше, значит, по поводу чтения. Было время, когда чтение было единственным источником познания. Ну, кроме того, что человек познает через мир, через наблюдение и так далее. Единственный источник, где хранятся знания. До моего детства это было так. И до моего, где-то, ну, до 90-х годов, скажем так. А потом постепенно входит в нашу жизнь, входят иные источники познания. И не источники, а это связано уже с развитием электроники, техники. И входит в нашу жизнь сперва телевидение, потом и другие. И в конце концов перед нами вот то, что, с чем мы сейчас имеем дело. Так? Вот эти записи. И интернет еще. Когда я впервые увидел интернет, это было в Америке, 78-й год. Мне один негр, ученый, пригласил в свой кабинет и говорит, я сейчас вам свою технику покажу. Я, говорит, сижу вдали от Нью-Йорка, от Вашингтона, в тысячах километрах. Но вот здесь у меня сидит девушка, и вот экран. Я могу любую книгу запросить из библиотеки Конгресса. Назовите какую-нибудь книгу, говорит он, я сейчас запрошу. И говорю, а ну-ка давайте откройте книгу Дмитрия Николаевича Узнадзе, думая, что Узнадзе они найдут. Прошло 15 минут, тогда еще медленно, наверное, работала эта связь. И вот передо мной эта книга, и меня спрашивают, а на какой странице вам открыть? То есть тогда открывали страницы. Вот эта эпоха наступает. Я хочу еще привести такой пример, чтобы затем мог подойти вот к вопросу, сложный вопрос. Мы мучительно переживаем то, что дети перестают читать, так? Книгу брать в руки. Это было уже начало 60-х годов, когда я попытался вводить в школах авторучки вместо перьевых ручек. Обмакивать, писать и так далее. Так? Вы, наверное, этого не помните, но мое детство прошло в такой писанине. И
как против меня возникла такая, как я смею менять традиции? Меняется нажим, бук, нельзя этого, другого нельзя, а рука тоже начинает страдать, чего только не придумывали, чтобы помешать этому движению. То есть авторучку носить в классе, шариковую, это грех, нельзя было. Меня ругали в газетах и так далее. Но мы же видим сейчас, это естественное состояние, сейчас смеяться будет тот, который будет обмакивать и так писать. Пусть дома балуется этим, но иначе это не получается. Ходят те же самые книги в иных формах. Которые я вижу, сидят люди, держат уже не книжки, а свои плееры, другие аппараты, свои айпеды, открывают и читают. Так, та же самая книга вот такой форме. Я думаю, что беда наша, знаете, в чем? Мы отучили детей не от книги самой, но даем им такие источники, которые уводят их в другие развлечения с помощью этих же самых источников. Эти компьютерные игры, так, их очень много становится. Да еще и книги такие забавные, которые чересчур уж развлекательные. Так. Одно дело развлекаться, но другое дело умнеть. Развлечение не дает ума. Даже деградация. Да, конечно, с помощью развлечения может убить время. А убить время – это опасно. Не надо убивать время. Время наоборот. Надо сохранить и как можно продлить, и содержать, и расщеплять это время. Так? А мы убиваем время. Вот этому учат сейчас, точнее, не специально учат, но жизнь так создана, что этому научается ребенок с помощью вот этой чудо-техники. Я полагаю, вот следующее. У нас тоже была такая проблема с нашими внуками. Внуки выросли в семье, мальчики и внучки еще, их было трое. И моя жена очень переживала, она педагог, вы знаете ее, так, педагог, профессор, доктор. И вот тоже переживала, как привить им любовь к книге. Уже тогда, а это были уже 80-е годы, дети начали отходить от книги. И вот что она сделала. Так как им некогда как будто читать, лучше чем-то другим заниматься, вот она взяла лучшие детские книги, так лучше, это было Дюма или кто-то еще, и начала им читать. Они садятся в назначенное время на лестнице, на первого этажа, на второй, и садятся прямо на лестнице. Она читает, она умеет очень образно читать. Красиво, образно, так что можно закрыть глаза и вообразить всю реальность. Вот делаем это сейчас в своих семьях. Пусть ребенок в третьем классе, в пятом, они уже умеют читать, кто-то, пусть берут книги и читают. Да, они умеют читать, но вкуса к чтению-то нету. Умеют читать, но образности нету. Умеют читать, но подтекста понятия ведь нету. Так? А если мы прочтем, то наша интонация и так далее будет передавать ему и подтекст, и будет воссоздать некий облик, образ. Они становятся героями этого. Давайте дадим вот этот вкус, и мы увидим, пусть они не через книгу читают, а через другие экранные источники, скажем, читают эти книги, так, но они обязательно будут их читать. Я вижу, что эти мои внуки сейчас, они уже взрослые, им 22-23 года, так, они уже имеют свое дело, свою работу, взрослые, со своим умом. Но вдруг вижу, мой Мика приходит с новой книгой. Я говорю, что это новая книга? Иногда я прошу у него, чтобы дать мне книгу, чтобы узнать, а чем сейчас молодежь увлекается. Понимаете? Да, вот если мы вот закладываем вот такую основу, прекрасный совет. С первого это класса будет, с третьего это класса будет, мы должны ввести детей, то есть зародить в них защиту против компьютерной заразы. Так? Эту, да, если в нем зародится вкус к чтению, речь идет о вкусе к чтению, так, то он уже защищен от многих агрессивных нападок со стороны среды. Вот поэтому я советую у великого Лихачева, Дмитрия Лихачева, я был с ним очень знаком, может быть, потом вспомню его, свяжи с обстоятельствами. И вот он говорит, семейное медленное чтение. Прекрасно. Так собирается семья,
ну, бабушка, там, может быть, дедушка, папа, может быть, рядом, мама, кто-то из них, двое детей или один ребенок, так, хоть час посидеть, так и прочесть, поплакать. Прекрасно. Переживать, радоваться, удивляться, а потом говорить, а потом возмущаться еще. Как это так? Так? Поддерживать или... Нет. Вот пусть это потом на полном серьезе, не для ребенка, на полном серьезе. Шалва Александрович, много я получаю вопросов, как предприниматель, как уже тренер успеха, вот такого содержания. Работаю на нелюбимой работе, но боюсь поменять. Хочу что-то начать, но боюсь, страшно. Вот эти, по всей видимости, страхи у людей, нерешительность, страхи к новому, к эксперименту, зарождаются в детстве. Вот если бы сегодня была возможность многих людей как машину времени перенести родителей, вот, и заново начать что-то, да, ну, у нас есть много родителей, у которых дети, и эти проблемы, которые сегодня в детстве, нерешительность, страх перед новым, перед экспериментом, перед ошибкой страх, закладываются в детях. И эта школа часто, к сожалению, закладывает вот, да, страх получить двойку и так далее. Вот как бы мы могли сегодня, вот как бы вы дали, какие советы дали родителям, у которых дети, и еще можно повлиять на эту ситуацию, чтобы в будущем они были решительнее, чтобы в будущем они были, ну, не боялись ошибок, потому что вот двигались вперед. Вот, как вы, какие бы советы вы дали родителям, что говорить, что делать, каким примером быть, какие книги читать? Вот, это очень важно. Да-да, спасибо. Страх везет за комплексованность в детях. Если человек взрослеет, а в нем страхи, то никогда меняется, обстоятельства жизни не будет. Это вроде вот рассказать Чехов, а вдруг как бы чего не вышло. Yeah. Да, как бы чего не вышло, и поэтому человек ходит всегда с зонтиком и со всеми атрибутиками, чтобы, а вдруг дождь пойдет. Так страхи. Страхи мучают наш, и не только молодежь, и взрослое население тоже. Может быть, из-за страха мы не можем обновлять нашу жизнь, собственную и общественную целом. Как бы чего не вышло, так как бы, а кто, что скажут другие, так, а что со мной произойдет? Эти страхи, конечно, вы мягко сказали, отчасти как будто и школа, не школа, а школа именно зарождает эти страхи сейчас, нынешняя школа. Какой механизм? Раскройте, это очень важно. Вот давайте раскроем механизм этой школы и придумаем механизм другой школы. Прекрасно. Так, и потом посмотрим, можно ли этот другой механизм вводить в школу. Нынешняя школа авторитарная. Я говорю, в массовом порядке, авторитарная она, но есть, конечно, в школе другого склада. Но массовая практика – это авторитарность в школе. Я больше вам скажу, императивная она, властная. Вообще образовательный процесс, как говорит великий Дмитрий Николаевич Узнадзе, вынашивает в себе единственный объективный закон – принуждение. Дети ничего не выбирают в этом процессе. Учебник не выбирают, учителя не выбирают, расписание не выбирают, школу. Все это делается взрослыми. ЕГЭ не выбирают, ничего не выбирают. Что вы выбирали в школе? Ничего. Из, скажем, трех программ, которые кем-то были разработаны, вы выбираете одно. Это выбор. Это воображение выбора. Так? Значит, дети вынуждены, обязаны учиться. И вот учитель, который знает, что они обязаны учиться, вот и обязывает их учиться. И зародились в школе авторитарного склада. Учителя давят на детей. Давят отметками, требованиями своими, строгостями, кнут и пряник. В общем, в школе действует очень налаженный кнут и пряник за хорошие поступки, за хорошее учение. Так, тебе вот пятерки или ласка наша, или некие льготы. А если плохо учишься, грубо себя ведешь, дай дневник, иди приведи отца и так далее. И надо, чтобы он был, он отвечал на это. А там контрольные. Контроль зарождается. Каждую неделю, даже с первого класса, начинаются контрольные. А что скажет учитель при контрольных? Это опасно. Так, контроль. Кто-то будет просматривать. Из-за этого то-то что-то будет. Это не просто диктант, а контрольный диктант. А контрольные в старших классах? Почему дети применяют шпаргалки, подсказки, списывание? Это защита, это форма самозащиты детей. Так? Из-за страха. А перед чем боятся дети? Перед нарушением общения со взрослыми. Не перед отметками,
А перед тем, что я приду домой со своей двойкой, а папа возмутится, он мне скажет, я весь день работаю, для тебя работаю, а чем ты тут занимаешься? Эту страницу не мог выучить? И так далее. Так папа возьмет в руки свои инструменты, чтобы совершить правосудие. То есть, вот понимаете, вокруг ребенка создаем условия, искусственные условия, чтобы он был напуган. Рабом. Да. Он был напуган и всегда подчинялся чужой воле, не своей, своей воле. Притом, вот этому процессу мы хотим привить некую странную вещь, личностную ориентированность. То есть личностно-ориентированное обучение. Как это может произойти? Зарождаем страхи в этом процессе и хотим, чтобы на основе этих страхов вырос личность. Не получится. У родителей свои дети часто мерещатся как ходячие цифры. Так? Вот. Помните прекрасную картину Решетникова «Опять с двойки»? Вот люблю вот, Третьяковку зайти, смотреть на эту картину, репродукцию смотреть, сейчас учителям показываю, и хочу прочесть эту картину. Прочесть. Художник говорит, пишет картину, а зритель должен читать картину. Так? Вот стою перед этой картиной, опять с двойка. Приходит мальчик домой. Он опущенный головой. Так? Держит сумку, а там еще свои коньки. Видимо, он баловался этими коньками. Так? Может быть, школу пропустил, но пришел на одном уроке, двойку сразу поставили. И он пришел опять с двойкой. Может быть, муж погиб на войне, женщина одна, троих детей. Вот старшая, она пионерка, она отличница, она вот такая. А вот брат паршивец не учится. Так? Осрамляет всех. А мать сидит, вот, убитая горем. А что, какой подтекст это? Для кого эта картина нарисована? Кто-то взял, некий автор, и разместил эту картину в учебнике для третьеклассников. И как будто говорит детям, вот видите, дети, что может произойти с вами, если опять двойку получите. Так? Но эта картина для детей написана. Она для меня написана. И для вас тоже. Для ваших троих детей написана. Чтобы я там увидел. Так, ребенка принимать нельзя, а надо принимать как? Вот как эта собака принимает ребенка. Так, для него все равно, с чем он пришел. С двойкой пришел, друг. С пятеркой пришел, ты друг. Так, мой внук возвращается со школы и говорит мне, дед, не хочу, чтобы мама узнала об этом. Распишись, пожалуйста, в дневнике, двойку получил. Я говорю, дай мне этот дневник. Беру, он уходит. А я ставлю во всех графах 5, 5, 5, теперь пишу, я тебя люблю, Мика, люблю. Потом взял, убери. Он смотрит, что это? Я говорю, вот что такое, мне не важно, твои отметки, я тебя люблю. Так? Не надо принимать ребенка с отметкой. Отметка – это отметка. Так, сейчас вот такая, на этом уровне, завтра на этом уровне. А может, ваш двоечник завтра мир будет переворачивать. Ваш троечник депутатом станет, может, министром станет, хорошим врачом станет. Так, и отличник станет таким, но и двоечник тоже. Это судьба, пока еще впереди. То есть не цифры решают, а наши отношения к ребенку. Они зарождают страх, а если наши отношения тоже связаны с этими, так сказать, условными знаками. Так? Вот дети, ребенок начинает бояться. А эти страхи постепенно растут. Человек становится взрослым, и уже не появляется умение допускать. Допустим, что это так. Потому что допустим, это требует смелость, так, новаторство, опровержение условностей, не, без боязни. Кто умеет допускать, тот и творит. Вы допустили, что Академия успеха принесет пользу людям. Так? Вот и создали это. Без допущения творчества не бывает. Так? А страх отметает, срезает, убивает допущение в человеке. То есть мысль убивает. Шалов Александрович, получается, вот школа та, которая есть, но, к сожалению, да, большинство родителей вынуждены отдавать детей своих в школу. Ну, в та, которая есть, тоталитарная. Вот, ну, в моем понимании, это школа, которая не то, что учит думать, а наоборот делает все, чтобы ребенок не думал, не творил. И мы, как родители,
можем своей любовью, своей верой в ребенка, вот там ему поставили двойку, там его унизили, и приходя домой, мы можем, вот как эта собака, его своей любовью встречать и радоваться, потому что мы видим в нем все равно великую личность, мы видим все равно себя человека. То есть это любовь, получается, и приятие, вот восхищение своим ребенком таким, каким он есть, это наше родительское, так скажем, противостояние вот этой тоталитарной, порой ну, жесточайшей системе. Да. Давайте поменяем эту педагогу сейчас. Вот давайте сделаем так. Вы министр всего мира образования. Вот создайте идеальную. Но вам и создавать эту школу. Может, через несколько месяцев или лет какой-нибудь талантливый педагог, новый Пастелуций Макаренко увидит и создаст это. Министр, может быть, новую сейчас увидит, растет. Мальчишка какой-нибудь, студент. Пожалуйста, вот ваше видение. Меня такие должности не снесят, но как будто. Чтобы развить фантазию, а почему нет? Да, вот. Как будто. Шалай Александрович, да, давайте вот. Вот как мир перестроим, да. Потому что педагогика же определяет мир, будущее. Давайте поменяем сейчас, значит, обстоятельства. Да. Так, как мы могли построить школу, а затем семейную жизнь, чтобы этого состояния, удрученного состояния ребенка не зародилось? Так, это возможно. Об этом говорит вся классика. Начиная от Квинтилиана, это первый классик, первый век, и до Сухомлинского. Так, вот я люблю классику. Преклоняюсь, и через них буду я сейчас извлекать новый подход. Так, Квинтилиан говорит, первый век, отец, то есть к вам обращается и ко мне тоже, как только родится у тебя сын, возложи на него самые большие надежды. То есть мы с вами должны возложить на своего первенца самые большие надежды. Есть у вас фантазия, есть у вас надежды какие-либо, возлагайте на этого ребенка. Почему он выдвигает такую формулу? Да потому что, если у нас будут большие надежды в отношении нашего ребенка, мы с вами будем искать большую педагогику, чтобы надежды оправдались. Так? А если будут малые надежды, будем искать соответствующую педагогику. А если вообще не будут надежды, вовсе не будем искать никакую педагогику. Что получится, то и получится. Так? Но надежды какие у нас будут? Скажем, я хочу, чтобы из моего сына вышел гений или добрейший человек. Успешный в каком-либо деле. Значит, я должен сотворить условия, чтобы это получилось у меня. Я буду искать себе и слово подходящее, и дела подходящие, так? И все обстоятельства, буду создавать, и учителей будут искать, которые в этом мне помогут, так? Чтобы это сбилась моя мечта о моем сыне. Конечно, это не должно быть навязыванием чем-то, это не должно быть мечта, которая будет продолжением моей жизни, как будто я вот хочу. В общем, вот это от Квинтилиана идет. От Яна Амоса Каменского. Он нам скажет, вот такая фраза. Ребенок, пойми, что ты есть мой микрокосмос, который в состоянии объять макрокосмос. Вот какая сила в ребенке, так? А Сухомлинский уже поможет нам путь найти. Духовная общность. Найдите духовную общность с ребенком. Тогда воспитание состоится. Вот пальцы, я всегда, пальцы мои спешат, когда говорю о духовной общности. Так? Если есть общность между мною и моим сыном, между мною и моим учеником, то эта общность даст мне возможность сообщить ему то, что мне нужно сообщить. Есть вот провод, который имеет большую пропускную способность. Так? Что это за общность? Это любовь. Вот вы уже затронули это слово. Общность зарождается только на основе любви. Притом взрослый должен тысячекратно подтверждать свою любовь к ребенку, тончайшими способами подтверждать, чтобы хоть раз ребенок понял и принял любовь учителя. Любовь даже своей родной матери. Любовь отца, когда мы маленькие любим, но когда взрослеем, начнем иначе смотреть на наших родителей, может быть, там и нить порвется. Так? И будет взрослеть. Какие способы? Тысячи способов? Ну, потому что время сейчас такое, что... Давай из нашей семьи. Так? Чтобы меньше было страхов. Ребенок обидел маму свою. Он в пятом классе. Обидел свою маму. Очень обидел, чего в нашей семье нету. Так? Я не знаю, что делать. Мама заплакала, ибо в нашей семье не было крика, избить ребенка. Этого не было в нашей семье. У нас было орудием только слово и пример.
Слово и пример. Так? Я сижу и спешу свои научные труды, как детей воспитывать. Ну вот в семье зарождается такая история. Так? Значит, я могу сейчас выйти из своей комнаты, из своего кабинета и сказать сыну, как ты посмел этого сделать? Сейчас же извинись перед мамою. Как ты это так? То есть проявить свою родительскую власть. И могу напугать ее на всю жизнь, чтобы не смей этого делать больше. Ты понял? А то будешь иметь дело со мною. Я папа, я твой отец. Так? Могу напугать. Многие папы так и делают. Так? И мама тоже могла накричать, наорать на него, выгнать или избить, дать пощечину. Все она могла сделать. Но мы знаем, что этим то, что скрывается под словом «воспитание», не произойдет. Что это значит? Мы просто взяли воспитательную задачу и выбросили из окна. Так, нам не надо воспитание, нам нужно просто пресечь такие проявления. А это дело закона. Это пусть делает, дума делает, закон выдумывает. Так? Это, что же я сделал здесь? Вот? Я не хочу перед вами похвастаться. Нет, вы похвастаетесь, потому что для нас это безумно. Чтобы именно этого страха у ребенка перед нами не было. Понимаешь, чтобы он не боялся, а сознательно подходил, и он сам брал на себя ответственность. Так, когда имеешь ответственность, пусть боится человек, чтобы не нарушить ответственность. Это даже неудобно, это же нечестно. А перед совестью, да, мы должны бояться. Так, я оставлю эту нынешнюю ситуацию в покое, проходит неделя, чуть больше, чтобы этот факт должен быть забыт. Мама примирилась со своим сыном. Конечно, первенец будет любить всегда. Все, забыли об этом. И когда он решает какие-то задачи, я говорю, а что ты сейчас делаешь? Он говорит, а задачи решаю. А кому они нужны? Я говорю, спрашиваю. Да мне не нужны. Они говорят, учительницы нужны. Тогда пусть она подождет. А у меня дело к тебе. Пожалуйста, пойдем на улицу. У меня мужской разговор с тобой. Вот я сейчас что предлагаю папам? Вот этот новый метод. Мужской разговор. Так? Это впервые с ним. Он не понимает, а здесь нельзя? Я говорю, нет. Это как-то тайна. Пошли, пожалуйста. Он откладывает все это. Мы идем на улицу, март месяц. Чуть прохладно. Идем в сторону парка, молча. Сейчас задаю вопрос родителям, которые нас слушают. Вы умеете воспитывать ребенка в молчании, слова не говоря, но воспитывать его. Вот вы должны рассказать тайну слова воспитания, так? Слова не говорю, а он воспитывается. Мы идем в молчании, и, наверное, сейчас он тысячекратно переворачивает в голове прошлое. А почему отец меня уйдет? А в чем дело? Что же такое произошло? Что он от меня хочет? А я молчу, и он, ему передается что-то вот напряженное. А разгады нету. Пришли в парк, садимся. А потом я ему говорю, сынок, сколько сейчас тебе лет? Говорю, ну, 11. Говорю, значит, ты должен сейчас меня понять. Знаешь, в чем дело? Помощь мне нужна сейчас твоя. Было время, я влюбился в девушку. И сказали ей, если ты меня выйдешь замуж, никогда не дам никому тебе в обиду. Ну, как ты думаешь, я правильно поступил? Да, говорит, правильно поступил. А когда ты женишься, разве дашь свою жену кому-либо в обиду? Нет, не дам. Не дам. Ну, я тебе хочу руку пожать. Это мужское дело, говорю. Ну, знаешь, в чем дело? Вот в чем мне нужна твоя помощь? Не знаю, как быть со своим сыном, который обидел мою любимую женщину. Что мне делать? Скажи, пожалуйста. А вот, понимаете, что сейчас? Вот это еще шоковая терапия, понимаете? Он не может ни слова сказать. Он же вспоминает, что произошло. Никто не накричал, ничего. А отец только просто спрашивает, а что мне делать с сыном? Так? Который мою любимую женщину обидел, а я ей дал обещание, а защитить не могу ее. Он долго-долго молчит. Молчание. Не думай, что это молчание, просто пустая трата времени. То, что вот в этой
в этой коробочке происходит, то, что тут кипит, так, это и творит человека. Все. Проходит Рома и говорит, а ты накажи меня. Ну, я говорю, это же просто. Я мог сразу тебе наказывать. Если хочешь, ты сам себя накажи. Но скажи, что мне сейчас делать? Как мне оправдаться перед женой? Так. Ну, опять молчание. А потом говорю, ну, это, давай оставим это нас, нашим мужским разговором, об этом никто не будет знать. Только помни, пожалуйста, я не могу допустить, чтобы ее кто-то обидел. Но и того не могу, чтобы я обидел своего сына. И пощади меня. Вот так мы возвращаемся домой. Вы чувствуете эту педагогику? Мне просто, ну, я не знаю, мурашки по телу и вот слезы глазам, потому что это как какая-то, ну, как легенда, как притча. Вот как это, притча, это, но я вам рассказываю... Это фантастический подход. То, что я мы как отец сейчас учу сейчас у вас. Да. Я как отец, если такое произойдет, я пойду именно этим способом, именно вашим приемом. Это будет лучший способ. Когда вот эта духовная общность, знаете, как им становится? Там не только уже любовь, а любовь с общей тайною. Так? На равных это тайна. На равных говорить, я не выше, ты не ниже. А вот мне твоя помощь нужна. Тебе 11 лет, но мне нужна твоя помощь. Вот такого. Александрович, ну вот низкий поклон, это что-то удивительная педагогика, настолько просто и гениально, что я думаю, вот многие родители, папы и мамы, когда услышат вас, вот этот пример из жизни, это спасется не одна жизнь. Это не одно разбитое сердце будет целое и биться будет наполнено любовью. Огромнейшее спасибо. Ну вот у меня прямо вот на слезы подходит. Вот удивительная история, удивительный пример, удивительная школа вот на всю жизнь, я думаю. Я вам расскажу историю с дочкой. Это интересная история тоже, подобного характера. И со страхами тоже связано. Если не освободить, повторю еще раз, наших детей от страха, перед кем бы это ни было, лишь бы пусть будет в сердце диктатура совести. Больше ничего не надо. Давайте зародим диктатуру совести, и пусть совесть пугает ребенка. Или пусть будет это Бог, так, что мы должны бояться перед Богом, потому что есть справедливость. И поэтому давайте держать. Ну вот, дочка у меня строптивая, со своим нравом она была, так, и нам очень сложно было с нею. Она что-то задумает, и все. Не сделаешь, значит, конфликт. А если все выполнишь, тоже не годится. Так? И вот перед тем, как будет выпускной вечер, 9 класс, мы заказали портнихе платье новое для торжеств. А там 9 мая, то есть 1 мая приближается, праздник 1 мая, и вдруг она говорит, я по портнихе иду. Мама говорит, сейчас нельзя к портнихе идти, сейчас уже вечер, а у нас в Грузии так вечером так просто отпускать девушку не положено, так? А и брата нету твоего старшего брата, то есть единственного брата дома, значит, а мы не можем тебя сопровождать, нельзя. Нет, я хочу. Я говорю, что нельзя сейчас, не отпусти, ты одна как пойдешь? Нет, хочу. А почему не хотите, чтобы я к портнихе пошла? И вот так она завелась. А ведь она права. Вот справедливость, это мерится, знаете, у нее, там эти весы очень такие тонкие. Вот, когда прав может быть и ребенок, и я. Так, оба правы, но со своими законами. Так? У нее, ей хочется пойти к портнихе, не терпится, а какое там платье счется. Так? Это справедливо. Для ее природы. А для нас это несправедливо, потому что ее одну нельзя отпускать. Ну как быть сейчас? Возник конфликт. Мы еще не все знали, мы же тоже были молодыми и искали эту педагогу, знали, вот вырабатывали гуманность, но методы-то не всегда открываются, так? А я опять сижу, думаю, что сейчас мне делать, что же, и бабушка обижена. Так на бабушку уже нападает, а мама опять так... Выходит с терпения, так? Всему есть свои пределы. Что же мне делать? Единственное, так это мог терпеть все в семье, это был я. Так, ну, я выдержал эту. И в тот же день взял свою пишущую машинку и написал, что, как вы думаете, письмо. Какое письмо? Из комнаты в комнату. Дочке. Дочке.
и просто описал вот психологическую картину, в каком состоянии она была и где ее правота, в каком состоянии оказалась мама и где ее правота, бабушка и я. И как мы могли... Да, искренне. Вот как я это переживал, как мама переживала, как бабушка, что с ней произойдет из-за этого, что с ней тоже будет из-за этого. И нужно ли было все это всем нам? И могли бы мы не допускать этого? Что для этого нужно было? Кто кому мог бы уступить в этом? Вот я описал всю эту картину, положил в конверт и подложил под подушку его. Вот письма из комнаты в комнаты. Потом это имело большой отклик, и поэтому осмелился вам рассказать об этом. Она в тот же день, значит, берет это письмо перед сном, читает и не терпится, бегает в мою комнату, говорит, что это такое? Я говорю, письмо. А ты не мог так сказать? Я говорю, тогда дай мне письмо обратно, я тебе так скажу, если поймешь. Нет, говорит, письмо не дам. Уходит. Проходит, знаете, время уходит, а я время от времени начну вот так писать ей письмо. Как увидел, что она, видимо, уже задета, так, задумалась, начал писать письма по тому случаю, по другому. Она получила так 12 писем от меня. Это сейчас бережно хранятся эти письма у нее, это ее собственность. 12 писем по разному поводу. Вот сейчас я, это было 3-4 года тому назад, кто-то спрашивал ей, а если эти письма не было бы? Ой, вы бы увидели, как она, я была бы тогда, говорит. Видимо, эти письма помогали ей увидеть нас. Раньше были передачи взрослым о детях. А если бы наоборот, детям, а взрослым? И, по всей видимости, когда идет уже психоз, такой накрутка, уже не контролируются эмоции, вот письмо – это какой-то такой тихий разговор сердца. Ой, какое хорошее слово. Тихий разговор, понимаете? Если я сейчас там вышел бы со своими криками, отцовской властью, опять разрушение воспитательного процесса. Так? А в аффективном состоянии воспитание ребенка невозможно. Маме, папе, пусть поймут этого. Если ребенок плачет, не давайте ему наставления. Бессмысленно. Отходите, пусть он успокоится. Он успокоится, а потом скажите. Перед сном скажите, завтра скажите. Садьте рядом, извинитесь перед ним. Так? Кайтесь, пожалуйста. Но в аффектном состоянии не тратьте время и не усугубляйте обстоятельства. Ребенок не контролирует свои мысли, психику. Ничего не получится. Не может сделать ничего, кроме отрицательного якоря какого-то психологии. Конечно. Да, отторжение, ничего это не даст. Да-да. Не будет воспитания. А знаете, что такое воспитание? Не знаю. Это такое простое слово, русское прекрасное слово. Так. Питание оси, духовной оси. Воспитание. Воспитание, питание духовной оси. Духовной оси, конечно. Извините. Вот смысл этого слова. Значит, чем я должен питать? Со своими криками питание не произойдет, воспитание произойдет. Так? А страх будет питаться, конечно. А я хочу духовную ось взращивать ребенка, так? Поэтому я должен как можно больше образцов, так? Образы давать ребенку, много-много образов, любви, уважения, сострадания, терпения, всего-всего-всего, лучшие образы. А откуда эти образы черпать? Вот я из колодец этих образов. Мы часто произносим слова и даже не понимаем их значения. И многие, к сожалению, вот я часто вижу, у меня прям вот сердце начинает прям, честно говоря, болеть, когда видишь, когда мама в аэропорту кричит на ребенка, этот маленький человечек стоит опущенный, плачет, она кричит, и она думает, что она воспитывает, потому что на нее кричат. Эта мама должна быть воспитана сейчас. Мама, которая кричит на ребенка, значит, она не воспитана для воспитания ребенка. Одна мне говорила недавно, одна моя коллега, депутат, кстати, Украинской Рады, что я, говорит, накричал на свою дочку, трехлетнюю дочку. А она мне говорит, мама, ты должна была учиться воспитывать ребенка до моего рождения. Фантастика. Трехлетний ребенок говорит, чтобы мама должна была учиться, как воспитывать ребенка до рождения еще. Удивительно. Это же чудо какое-то прям. Ну, конечно. Шалай Александрович, вот то, что вы привели два примера про сына и про эту ситуацию с дочкой, с письмами, это фантастическая педагогика. А давайте вернемся вот к идеальной педагогике, к гуманной педагогике. Вот как не надо воспитывать, как забивают детей, мы это видим, ну, кто осознанные люди. Да. А вот какая педагогика будет в будущем? Или вот как вот ваша мечта, педагогика светлая, добрая? Педагогика, о которой я мечтаю, которая
и хочу водить. Создаете гуманные да, педагоги. Создаю, хочу водить, и у меня много коллег рядом со мной, которые мне в этом помогают. Эта педагогика названа, как вы сказали, гуманной педагогикой. Но иногда говорят, гуманная, а что такое гуманная педагогика? Но многие люди если кто-то поймут, любит ребенка, значит, гуманность уже налицо. Но знаете, эта педагогика очень сложная. Эта педагогика опять классическая. Я тут ничего не выдумываю. Она строится на допущениях. Если мама или папа возьмут эти допущения, то они приведут его к задаче насчет образа жизни. Как нам жить? Как сказал Толстой, если мы задумаемся над образом жизни, то проблема воспитания снимается. Если мы живем нормально в семье, так, отношения у нас человеческие, то воспитывать ребенка не надо. Сама эта атмосфера уже есть, воспитательная система. Так, это мысль Толстого. Ну вот, эта педагогика, так, она зиждется на допущениях. Допускается, что реально существует высший мир. Любой классик это допускает. Бог существует. Хотя никто Бога, как говорит Иоанн, никто Бога не знает, не видел. Так? Но надо верить. Значит, что есть высшая сила. Ну, высший разум, как хотите, так и сказать. Есть, это уже второе, миссия в человеке. Человек явление в этой жизни. Не приходит так. Просто. И вы не пришли так просто, с пустыми руками. С пустыми руками, вот я читал у вас в одной книжке, что ребенок как чистый лист. Это очень условное слово, понимаете? Он как будто чистый, потому что как воспитаешь, многое можно сделать, но в нем уже многое и написано. Написана судьба, точнее, будущность написана. Если будет искажен путь, то он придет к будущему. Записан характер ребенка. Талантливо записан, да? Многое уже записано, как в полено был записан уже этот нос. Так ничего не поделаешь. Вот и растет нос. Вот так же многое записано. И ребенок есть носитель своего предназначения. В нем огромнейшая энергия духа. В эти вещи надо поверить. Ибо их не доказать, невозможно доказать. Если это так, тогда начинаем искать уже подход к ребенку. В чем гуманность? Слово «гуманность» тоже ведь тайна. Может быть, для кого это есть просто доброе отношение человека к человеку, уважение человека к животным, человеком человека, да и к миру вообще, к животным, ко всему. Вот, а добро отношусь к вам, улыбаюсь вам, я гуман, я добрый, человека любил. Нет. Умен, иначе умный, это от слова «умный», так? Это не английское «умен», это санскритское. Умный в переводе означает смертный, который ищет в себе связь с бессмертием, связь со своей духовностью, связь с Богом. Вот человек, ищущий в себе вот такие связи с Высшим, он и есть умный, умен. Это санскритское слово. Так? Значит, в чем же суть гуманной педагогики? Подвести ребенка к такому пониманию, что в нем есть нечто вот такое великое, так? Ради чего не этот мир является, а ты сам являешься главным в этом мире. Ты пришел, ты пришелец в этот мир, потому что мир нуждается в тебе. А с чем ты пришел, никто не знает. Эта тайна в тебе записана. Вот и прочти, пожалуйста, эту тайну. И человек начинает искать себя для мира. Можно эту педагогику сотворить? Мы можем вот с вашими ребенком, детьми, можете вот вести постепенно к этому идеалу, так? Постепенно, так? Я попытался это сделать со своими детьми сейчас, со своими внуками. И вижу, что это возможно. Тысячи учителей идут за нами. Так это возможно в классах. Мы вели уроки духовной жизни. На этих уроках говорим о любви. И говорим, что любовь – это состояние, которые требуют дела. Ненависть – состояние, которое требует дела. Если вы кого-то ненавидите, надо воевать, надо убивать, надо грабить, надо что-то делать, чтобы ему плохо было. Так? А если любите, надо делать все, что ему хорошо было, ему было хорошо. Не тебе, а ему было хорошо. Вот ищи вот такое. Иначе любовь, сколько ни кричи «любовь», говори «халва, халва», сладко не будет, да? Вот сколько ни кричи, любви не утвердишь.
Значит, вот о любви. А с какого класса вы такие? С первого. С первого класса? С первого. И души это чувствуют, понимают? Ну, конечно, понимают. Заговори о любви, такие вещи прелестные дети вещи скажут. О таких вещах иногда думаешь, это я взрослый или они взрослые. Ну, мы же их называем дети индиго, дети света, дети, ну, разные дети. Они правда приходят такие. Другие я встречал. Вот в моей жизни несколько поколений детей приходило. И дети начала 60-х годов, это совершенно другие дети. И дети начала 21-го, это другие дети. Абсолютно другие. У кого больше потенциал? Конечно, у этих. То есть у этих. Эволюция идет, да? Интеллект, ну, конечно. Духа. Вот понимаете, в чем дело? Дети 60-х годов их назвали акселератами. Так? Эти акселераты уже исчерпывают себя. Кто они сейчас? Они люди, у которых сейчас, ну, 70 лет, 60 лет, 50 лет тоже. Это акселераты, которые физически развивались, умственно тоже. Что они принесли в нашу жизнь, акселераты? Они принесли многое. Телевизор утвердили. Промышленность. Космос. Да, да, и космос. И у нас есть вот эта техника, с которой мы сейчас, которая нам сейчас помогает оповещать весь мир, да? И есть интернет. Вот это они утвердили. Но забыли о культуре. И вы как педагог, как мыслитель видите это, да? Что вот такое? Ну, класс. Конечно, вижу, да. Они это сделали. Мои бывшие ученики сотворили многое. Или в политике, или в науке, или просто в жизни. Многое сотворили. Они служили этому делу, и это свершили. Так? Мы для этих детей даже придумали новую педагогику развивающего характера. Это Занковская, Давидовская педагогика. Ну, моя тоже в этом. Так? А сейчас я вижу, приходят дети. Совершенно другие. Они с раннего детства проявляют многостороннюю талантливость. Не только стихи пишут, ну, ясновидящая такая девушка, скажем так. И кто-то из больших чисел корни извлекает или в степень возводит. Так. Или четырехлетний мальчик, да, мы сейчас не можем это, играет так, что не может ни один вещи специалист сыграть на рояле, вот так, играет и со страстью, и так далее. Это в интернете. Я вот тысячу раз уже смотрел, думаю, как это возможно? Как это? Не учившись этому, ребенок так играет. Если даже учили, мы не смогли бы этого достичь. А он играет вот так закрытым, а потом как завершает, и опускает голову. Что это такое? Это другой ребенок. Другой ребенок. А такой не один. Кто играет, кто рисует, кто говорит, кто воображает, кто науку раздвигает. Так разные. Их очень много становится. То есть поэтому, новый уровень какой-то эволюции, да? Да. Поэтому ваша вот идея успеха и идея о том, что создать школу успеха, так, школу лидеров и так далее, эта идея должна стать вот идеей для всех школ. Так? Мы должны именно дарить детям успех. А этот успех отметает и страхи, и все остальное. Передо мной нет авторитета, есть просто образец. Так? Но авторитетов или авторитаров я снимаю. Для меня нет правительства, я сам есть правитель. Как Шетин сейчас воспитывает своих детей, государственно мыслящих. Так? Мы не знаем, кто премьер-министр Швейцарии, а кто? А кто там король или... А какая там власть? Не знаю, но народ ведь живет... Прямая демократия. Народ же живет там. И прекрасно живет. А здесь любой прохожий уже политикой пронизан. А зачем мне знать? Путин там, с кем-то в тандеме выступает. И зачем мне это знать вообще? А кто министр образования? Пусть образование будет хорошим. А мне министры не нужны. Так? Шалва Александрович, а вот скажите, пожалуйста... Вот моя мечта – научиться самому и учить вот учеников думать, задавать вопросы, творить. Вот какие бы вы примеры привели своих приемов педагогических, или вот какие идеи? Вот как научить детей, юношей, да и взрослых тоже, думать? Как научить любознательность? Вот как сподвигнуть их к этому, задавать больше вопросов, быть почемучками самыми большими? Да, вот почемучками, почемучками. У психологии известно, что ребенок так, вот взрослеет постепенно, и в этих стадиях у него есть определенные интересы к миру. Сперва он будет задавать вопрос, что это такое? Угу. И отец должен объяснить, это чашка, это да, это можно трогать, это не трогай, пожалуйста.
обожжешься и так далее. И он будет задавать 1000 вопросов. Что это такое? И постепенно это переплетается в другом вопросе. А почему? Это уже начинает ставить такой вопрос трехлетний, четырехлетний. А почему? Это уже мало. Что это такое? Почему это такое, а не другое? Так? Почему? Если мама скажет, подожди, у меня нет времени, сейчас потом поговорим. Или это не твое дело. Это не твое дело. Вот подорвешь потом. А папа скажет, а иди к дедушке. А он сам газету читает или пиво пьет с кем-то. Так? Если мы так отнесемся к детям, а это сплошь и рядом. Так? Но это период такой, потом этот период пройдет. Если сейчас он не удовлетворит свою природу, почему эта природа принуждает его задавать вопросы? Почему? Это мозг так развивается. Так? Это ступени развития мозга. Если мы не дадим пищу, то почему отпадает, заглушается, пораньше возвращается это чувство обратно, или функция обратно, так гаснет, и ребенок переходит в другую стадию слабым. И он меньше будет задавать вопросы, меньше будет мыслить творчески. Понимаете, почему? Это сама природа взращивает человека будущего таланта. А наша задача с вами не обманывать ребенка. Если знаем, так и скажу, вот тебе сейчас объясню это, почему так. Или же будем наводить ребенка, чтобы он сам начал еще искать. Но если мы даем ответ ребенку на какой-либо вопрос, мы должны дать не полный ответ, а наполовину. Чтобы интерес возрос в ребенке. Так? И это почему не имело предела. Так? Это мастерство. А как это сделать? Вот я как отец. Вот меня спрашивают, допустим, почему? Вот как... А я скажу ребенку. Да, вот как половину, мой, чтобы оставить? Ты понимаешь, вот кое-что знаю, а кое-чего не знаю. Вот знаю, что это потому так, что вот эти условия создаются, или эти обстоятельства, или сверху какое-то происходит, или закон такой. Вот это я знаю. Но почему этот закон существует, я не знаю. Оставил ребенку вопрос. Почему закон? Пусть потом ищет себе. Пусть, даже если через неделю, через месяц. Это нормально, да? Не только через неделю, через месяц. Подсознание это начинает хранить. Человек растет. А если там останутся вопросы, подсознание, это знаете, какое вещь? Вот это сознание, да, сфера сознания, да, а мы знаем наше сознание. Да. В сознании мы познаем себя. А подсознание кто мы такие? Нам очень трудно опуститься в нашем подсознании. Это может быть при гипнозе, при суггестологии, иначе трудно. Но это подсознание, это не мертвое вещество, а вот бурлит и начинает давить. Вот, понимаете, снизу вверх. И вот пробьется это почему. Шалва Александрович, вот смотрите. И идея родится. Очень хороший, буду использовать это как отец и как дедушка прием. Вот смотрите, ученые рассчитали, что 160 миллиардов нейронов в нашем головном мозге, а между ними связи от 10 до 100 тысяч, позволяют запомнить всю информацию в мире, все знания. Не информация — это поток мусора, а знания. Вот вы разделяете такую точку зрения? То есть получается, что среднестатистический человек по некоторым исследованиям может усвоить все знания в мире. То, что... А сколько знаний? Не так много. Вы думаете, много их? Нет. Нет, правда? Вселенная, во всей Вселенной помещается это знание. А вот голова – это Вселенная. Это Вселенная. Мы еще не знаем. Мы придумали компьютер не потому, что сами не могли бы. Компьютер – это протез мозга. Так? Когда нам чего-то не хватает, то пользуются протезами. Так? Это просто протез мозга. Если мы знали бы возможности нашего мозга, нам эти компьютеры не нужны. Шалва Александрович, а расскажите, вот ваш взгляд на потенциал человека. Вот мы слышим, 5%, 10%, 15% задействовано. Вот правда, вот ваше ощущение или чувство, что действительно наши такие вот способности бесконечные? По поводу этих процентов, вот что я скажу. Если мы будем человека исследовать с точки зрения материализма, то можно условно говорить 5%, 6%, или же 3%, да? Говорят, если раскрыть 7% или 9%, это гений получится. А если весь человек раскрыть, тогда сверхчеловек. Уже даже трудно вообразить. Если подходить только вот к материальным веществам, угу, и тем нейронам, тем линиям, которые там могут образоваться, угу, это условно. Да. Но если подойти к человеку как к духовному существу, то там нет пределов вообще. Человек как Вселенная.
Человек как космос. Я же уже привел мисс Яна Мусокаменского. Ребенок, пойми, что ты микрокосмос, который в состоянии объять макрокосмос. То есть все знания, весь космос, даже и то, чего неизвестно науке, у нас уже есть. Вот такие бесконечные, безграничные возможности в ребенке и в человеке. Есть. Это есть. Если бы мы умели сейчас развивать ребенка и знали потенциальные возможности, может быть, у нас не были бы эти уроки, скажем, даже математики или чего-то другого, так, а были бы уроки ясновидения, яснослышания, чувствования, интуиции, уроки интуиции. Это же великие были бы уроки. Ведь иногда открываются знания, сами вещи, без логики. Как говорил Вернадский, так, нет логики, нет причины, а идея открывается. Это называется интуиция. Откуда? А вы поддерживаете, вот разделяете теорию Вернадского на сферы общего разума, общей природы живой? Да. Поддерживаю, потому что вот пример, который развивается Плыкиным. Есть такой интересный профессор Плыкин. Так, у него есть книжка «След на воде» или, уже даже не помню, другое название тоже есть. Так, есть критическая масса. Один муравей строить муравейник не будет. И два муравья тоже не будет, и 10 тоже не будет. Они без толку эти эксперименты проводят, без толку будут туда-сюда, и муравейник не возникнет. Но как только критическая масса наберется, вот одного не хватало, да, и это тоже появится, сразу они приступают строить. А что подтолкнуло их это сделать? Сразу строить муравейник. Одного не хватало. Так? Это Плыкин объясняет так, академик, профессор. И начинается строить, значит, есть коллективный разум. Может быть, коллективная душа. Не знаю. Одна ласточка не сможет перелетать в теплые края. Так? И две тоже не смогут этого сделать. И три тоже не смогут. Но если есть критическая масса, то они полетят. И не потеряются. Так и долетят, хотя надо перелетать 1000 километров. Так, долетят. Что это делает? Критическая масса. Так, человеком. То есть это существует. Такое явление. И среди нас тоже. Понимаете, вот мы вдвоем, если будем мыслить в унисон, так, порешим много сложных проблем. Так. Если втроем, еще много, но есть критическая масса, когда... Мир меняется уже. Мир изменится уже. Один в поле, вот в таком открытии, может быть и воин, а может быть и не воин. Вдвоем, втроем, то есть среди нас 12 человек может, эта критическая масса может наладить между собой жизнь. 13-й уже разрушительная сила. Удивительно. Так, это все-таки такие исследования, и, конечно, все это существует. Но это к тому, что кроме наших сил собственных, есть еще и сверхсила, которая ведет нас, мягко говоря, может быть, даже и принуждает нас. Вот мы сейчас с вами сидим, а кто нас собрал? Это вы меня пригласили, я пришел, но, может быть, есть сверхсила, конечно, которая и вас, и меня сажает за этим разговором. Дорогой Шалва Александрович, вот не могу не спросить вас про ваш уникальный, знаменитый эксперимент, который продлился больше 30 лет, который начался в 1964 году. Я как раз родился, а вы начали удивительный эксперимент. Вот не имеющий аналогов в мире, расскажите, пожалуйста. Я думаю, что это всем будет интересно. Даже этот мой эксперимент имеет хороший возраст. Аналога мировой педагогики нету. Тогда ставили эксперименты, но такой длительности нет. На 64-м году в школе номер 10, это рабочий район города Тбилиси, приняли первый класс. Приняли 6-летних детей при том. Это было впервые в тогдашнем Советском Союзе принимать 6-летних детей в школе. Их было 32 ученика. Молодой педагог. Но вся лаборатория, специально была создана научная лаборатория, которая должна была руководить этой школой. Мы расписывали все уроки и так далее, и программы, учебники, все были наши. Но еще вели работу с родителями, их приглашали, маме, папе, сажали за партами, приглашали на уроки, показывали эти уроки, вот как мы общаемся с вашими детьми. Так? И хотели смягчить их отношения, ну это рабочий район. Родители, как знаете, у них бытовая педагогика. Так, в каждой семье
часто битует бытовая педагогика, так, традиционно. Знания от отца к сыну передаются при помощи ременной передачи. Ну, конечно, да. Педагогика вот такого рода. Приглашали их, объясняли, что есть гуманная педагогика. Тогда мы сами еще не знали. То, что то знали, то и объясняли. То есть родители склонили пользу от такого отношения к детям. Так что отметок нету, того нету. Значит, они уже не могут разговаривать с ребенком на языке отметок. Так? Вот такой класс мы приняли. Там много изменений. А самое главное, знаете, вот если педагогику вообразить как живое существо, педагогический процесс, у этого живого существа должно быть сердце. А что есть сердцем для гуманной педагогики? Это общение. Общение взрослого с маленьким. Вот мое общение с вами. Сердце может быть здоровым, может быть больным. Авторитарное сердце – это больное сердце. Как? Гуманное сердце – это доброе, чуткое, отзывчивое. Это здоровое сердце. Так? Вот мы вложили в учителей, двоих-троих, из этих троих учителей, которые входили в этот класс, мы создали не педагогический коллектив, а трио педагогическое. Вот трио, каждый играет на своем инструменте, но партитура одна. Так? А потом прибавились учителя, а потом в пятом классе уже стали их 7-9, и складывали их из них сексет и так далее, вот чтобы созвучность была между ними. Так? И также созвучность со стороны родителей. Ой, если бы помечтаем, давайте мы с вами о таком, когда между школой и родительским сообществом будет лад. Взаимопонимание. Когда школа не будет стоять над родителями сверху вниз. Иногда необразованная, как будто мама, воспитывает лучших детей, чем профессор педагогики в университете. Сердце, доброта, мудрость. Получается, значит, воспитание, видимо, не в книгах, а в нас самих. Воспитательная мудрость. Так? А педагогам и родителям вы объяснили свою цель изначально? Вот обязательно объяснили. Как вы ее сформулировали? Им сказали, вот ваши дети пришли к нам, вы хотите, чтобы они владели чтением, письмом, счетом, начальных классах, математикой и так далее. Мы это сделаем. Сделаем, но не такими способами, а по-другими. А вы будете приглашены, и вы это увидите. Мы не будем навязывать им ничего, но зато будем избегать из них вот страсти. У них есть страсти к игре. А мы эту страсть перестроим ради познания. Пусть играют в познании. Так? В них есть страсть к взрослению. Мы удовлетворим эту страсть. Но удовлетворим в пользу взросления в добрых делах. Так? В них есть страсть к развитию. А развитие без трудностей не бывает. Значит, мы будем давать им трудности, помогать преодолеть эти трудности. Так трудно прыгать через этот барьер, а я дам тебе толчок. А дальше сам. Так, будем все это делать. И будем вас приглашать, чтобы вы с вашими глазами видели, как мы это делаем. Школа должна быть открытой. И оценок не было уже тогда? Отметок. Отметок не было? Да, оценочные суждения укладывали в самих детях. Так, отметки мы истребили, никаких эквивалентов их не было. Так, дети в первый, второй класс, третий класс и такое общение. В третьем классе мы уже увидели, что их можно пересаживать в пятый класс прямо. Минуя четвертый. Но так как это была грузинская школа, нам нужен был еще и русский язык, иностранные языки, решили, давайте этот год будет насыщенным языками, чтобы они вот так пошли. Идут в пятый класс, там в пятом классе уже трудности. Вошли некие учителя, которые косо начали смотреть на гуманную педагогику, что такое и так далее. А дети не приняли авторитаризм, возник конфликт, они ушли, эти учителя. Сам коллектив уже, да, освободился. Дети как будто уволили, да? Не слушались, не воспринимали, не выполняли. Личность. Они возмущали, кричали. Но другой учитель, который их понимал, а такие тоже были, так, те, да, и вот из них мы складывали вот маленькие ансамблики, так. Дети пошли так, пятый, восьмой класс, девятый класс, менялось содержание. Уже в девятом классе мы вовлекали университетские знания. Так, его так расширялись в литературе, особенно в истории, особенно так. Так они закончили 10 класс. Это было 10, даже в 64-м приняли, в 74-м закончился этот наш эксперимент. Как будто закончился. Лаборатория работала по этому поводу, книги изданы, статьи написаны много. А дальше, уже с 84-го до 94-го года, простите, с 74-го до 84-го года, я уже собирал их каждую неделю. Я был директором института. И все приходили, весь класс? Все приходили. Если кто-то не приходил, звонили, извинялся, в связи обстоятельств, семейные обстоятельства.
Знаете, что произошло? 5 парней женились на своих одноклассницах. Как только закончили, семьи не распались. Мы же учили их, как любить. У нас вот в Грузии есть такое рыцарство, понимаете, понимание рыцарства, хранится еще. Так, женская честность, порядочность женщины, это пока бережется еще. Не знаю, как это новое время повлияет на все это. Мы учили парней рыцарству, преданности, любви. И говорят, вот женщина, посмотришь, она красивая с этой точки зрения, а ты научись и с той точки зрения увидеть красоту женщины, а там, может быть, не так покажется, и так, и так. То есть учили, вот, мы же меняемся. И надо любить не человека, который сейчас учит, а меняющегося человека надо любить. Так? Этому учились с первого класса, мы говорили о любви. И показывали это вот на примерах. Я и ты. Вот я тебя люблю, но что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Это будет моя любовь. А я хочу, чтобы ты вот так ко мне относился. Это будет твоя любовь ко мне. Вот это, понимаете, есть язык. Шалом Александрович, а вот эти семьи удивительные, вот 5 семей, как у них внутри семейная педагогика была? Другая совершенно? Они рассказывали нам. Рассказывали, потому что мы много опытов сейчас ставили, которых не открывали потом, так? Не открывали. Иногда входил в класс некий, говорил, знаете, ребята, кто-то в аварию попал, и кровь надо быстро, пожалуйста, дать. Кто готов, пожалуйста, только будет глава окружения, вам потом плохо станет. А кто рискнет, пожалуйста, приходите вот в кабинет врача. Весь класс бегал туда. А с другого класса редко кто-то. И все были готовы. Вот берите кровь. Понимаете? Потом мне говорят, что подоспела сейчас скорая помощь. Спасибо вам, ребята. Мне не объясняют, что это была имитация. Удивительно. Они уходили. Мне объясняли все это. А потом они начали рассказывать, как они себе своих детей воспитывали. Да, вот кто-то приводил уже своего ребенка двухлетнего, трехлетнего и так далее. И это педагоги, как джекапнева атеиса. Понимаете? Они сами уже из школьной жизни выводили свою отцовскую или материнскую педагогику. Удивительно. И хорошая педагогика, да, прекрасная. И получалось. Вот так эти дети дошли до 10 класса, все поступили, если этим можно гордиться, в вузы. Хотя это не критерий успеха школы, но многие школы этим кичатся. Болеют поступали. Подумаешь, в вузы поступили, это не проблема сейчас. Так? А проблема человеком стать. Так? Ну вот так. Вот как с человеком стать? Раз в неделю вы их собирали. Дальше. Собирали раз в неделю их. И я тоже рассказывал тогда, ну как я живу, чем живу и так далее. Открывал, как, что у меня в семье происходит. Тоже начал рассказывать о своих детях и тому подобное. Ну вот такая открытость. Понимаете, открытость. Если учитель умеет, и мама умеет открываться перед своей дочкой, скажем так. Мамочка, стемнело, выключи свет, садись на у кровати ребенка, так, и скажет, дочка, знаешь, чтобы я хочу, чтобы ты сохранила мою тайну, так, у меня вот такая боль, дочка моя, и расскажи открыто, 3-летнему, 5-летнему, расскажи столько, сколько возможно, тогда он настроится на сочувствие, научится сочувствовать, так, переживать, а значит и помогать, рядом стоять, так. Так вот, по капельке человек воспитывается. Сколько раз тебе сказать, скажет иной отец, иная мама. Да столько раз, сколько и нужно, миллион раз нужно, миллион раз говорите. А вам что, язык, что ли, плетется, что ли, повторите, сколько, как будто впервые говорите одно и то же. Скажите, почему этого нельзя, или почему так нужно. Ну вот, эти мои дети подросли, конечно, из них вышли хорошие ученые, академиком стал один, затем вышли хорошие строители, об одном расскажу, очень хороший врач один и так далее. Но понимаете, как, они стали какими врачами? Как, просто вот такими, педагогика перешла как образ жизни. Это гуманная педагогика, это не для закрытых классов. Это просто образ нашей. Вот здесь тоже я с вами пользуюсь гуманной педагогикой. Да. Так, вот живу этой педагогикой и все. Так, она вот такая вещь это. Ну вот сейчас посмотрите, что эта гуманная педагогика сделала с одним мальчиком. Других продвинула, они пошли дальше и так далее. У некоторых есть свои изобретения. Это дети-акселераты.
Так? Ну вот один стал прорабом, закончил Тбилисский политехнический институт. Ладо, как я люблю этого мальчика, его, я всегда преклоняюсь перед его памятью. Так? Ладо, такой веселый, нравом, открытый, честный мальчик, женился на однокласснице, так, имеет двоих детей, я приезжаю из Москвы, собираю их, ну как, ребята, ваша жизнь? А Ладу говорит, паршивая у меня жизнь пошла. Почему, Ладу, спрашиваю? В чем дело? Да все требует от меня чего-то. В ту сторону материал требует. Кирпичи, да, и говорит, или цемент, давай цемент. А я вообще дома сурка, как я могу дать? Значит, надо, этого же отнимаю от этого. Так. А на днях, говорит он, пришли ко мне из министерства, говорят, дай другую смету. Я говорю, какую? Вот такую, ну поменяй там цифры. Я сказал, что я этого делать не могу, нельзя этого делать. Они начали ругать, кричать и орать. Ну что за жизнь такая? Вот такая у меня жизнь. Я говорю, Ладо, мы же научили тебя. Математику дали хорошую. Как я помню, ты математики. Не могу разве такую таблицу, то есть схему составить, им такие цифры давать. Там, могу, конечно, дело не в этом, смеется он. Но это же будет неправда, я должен обманывать. То есть это красть. То есть человек чистит. Вот сейчас сколько борются против коррупции. Никогда коррупция не будет истреблена ни в России, ни в мире. Это же не сейчас придуманная реальность. Это из древних веков, до нашей эры еще это было, так? Никогда. Потому что мы ищем способ искоренения не там, где это возможно, а там, где это невозможно никогда, а возможно в воспитании. И оно там надо вкладывать, чтобы воспитывать честных, совесть воспитывать. Отложите некие уроки математики, отбросим их. Пусть меньше знает по математике. Разве все, которые по улицам ходят, они что, напичканы математикой? Они плюнули на эту математику и ходят и творят жизнь. И на физику плюнули некоторые. Так, давай сузить эту математику, эту биологию, эту химию, ничего-то. Но дадим им совесть. Познать свою совесть. Чтобы совесть... Они стали рабами совести. Вот свободный человек. Познайте истину, и она сделает вас свободными. Познай свою совесть, и ты станешь человеком свободы. Так, совесть – это закон вселенский. Ну вот, мы открыли вот доступ к совести, и мальчик не может этого сделать. А сделать это сущие всякие. Так. Когда я еще раз, ну, мне приходилось часто в Москве бывать, возвращаюсь, соберу их, точнее, прервал свою командировку, досрочно вернулся в Тбилиси, потому что мне сообщили, с Ладо произошла трагедия. И мне, когда я пришел на панихиде, мне рассказывают, значит, молодая жена, красивая одноклассница, тоже наша ученица и двое детей. Мне говорят, знаете, что было, такая трагедия. Пришли, заместитель министра пришел на площадке прямо, так, и кто-то еще, много их было, начали там его ругать, что он неправильно делает, не так надо, он жизнь не знает, и такие вещи начали говорить, кричать, ярать и ругать, а мы же не учили детей ругать. Если бы учили, он, может быть, защитил бы, так, но не учили этому. А у Ладо, вот, он схватил инфаркт, и тут же он на второй площадке скончался. Ну вот это было очень грустно, я долго боялся, что вот нам скажут, вот видите, что творит ваша гуманная людей. Здесь надо подлецов воспитывать, хитрецов, а вы да. Людей чести, рыцарей воспитывали. Да, вот да, да. Пострадал человек. Гуманная педагогика. Вообще школа, знаете, вот сегодня мы ехали к вам, я ребятам рассказывал в машине, школа, настоящая школа, это идет против течения. Истинный учитель идет против течения. Он не готовит детей к жизни, как сейчас принято говорить, так, он готовит борцов, преобразователей жизни. Моему ученику не должен понравиться вот эта жизнь. Какая бы она сейчас хорошая ни была, она должна искать, он должен искать лучшую, чем отец создал жизнь. Шалом Александрович, я вот по вот этому случаю вспоминаю слова Нобелевского лауреата Хемингуэя, писателя, который говорил, что человека можно убить, но нельзя победить. Мне кажется, этот ваш ученик – это настоящий герой. Это подвиг, которым он показал нам, как надо жить. Вот это на самом деле, то есть его смерть – это не поражение,
Это не слабость, потому что я знаю, что многие могут смеяться, вот сейчас уже есть такие извращенные мозги, которые, он дурачок, ему бы и дачу дали, ему бы и денег дали, если бы он украл бы вместе и схитрил бы. Но на самом деле, на мой взгляд, вы воспитали настоящего героя, и это подвиг, который нас делает лучше. Вот то, что он не смог выдержать, это говорит не о слабости, а о его благородстве, чести и силе. Я в этом абсолютно уверен. Спасибо, Владимир Викторович. Вы подбрасываете иногда такие слова, которые меня провоцируют. Вот слово «герой». Так. Разве не время сейчас воспитывать не егешников, а героев духа в школе? Вот воспитывать будущих героев. Так, герой жизни воспитывать. Чего мы боимся? Пусть ребенок растет уже сейчас, как будущий свершитель. Он же для этого и послан в этот мир. Так? Вот свершите. Вот, ради бога, извините, прерываю, но вот у меня такое есть ощущение, что сейчас очень скучное время, серое какое-то. Вот нет великих идеалов, нет устремления к сверх какому-то человеку, к благородству. Вот какое-то материальное, такое, знаете, вот застойное, серое, скучное, какое-то примитивное вот на уровне желаний каких-то вот материальных вот этих вот время. И вот на ваш взгляд, вот эти дети Индиго, может быть, они действительно посланы, да, чтобы что-то изменить, чтобы вот о величии духа заговорить, о бесконечности души и бессмертии? Владимир Викторович, о детях Индиго сейчас много говорят, да? Этих детей развивают по-разному. Ну, да, вот что-то да. же должно, не много может так человечество, вот названий. Мы, эволюция, открытие великих ученых, достижения. Да. Но неужели вот все это стремление эволюции к тому, что вот этой серой такой материальной скучной жизни, где ценности у большинства, конечно, сейчас есть великие ученые и духовные лидеры, и служители искусства, но вот какая-то вот, у меня такое есть ощущение, какая-то серость, вот какая-то, знаете, беспробудная, материалистическая, растительная какая-то жизнь, вот какая-то без идеалов, без полета, без какой-то вот фантазии. Какой-то, без мечты. Вот неужели вот. Мы вот все пришли, вот все к этому? Прекрасно говорите. Значит, мы потеряли культуру. Именно в культуре месяца вот все эти прекрасные вещи, о которых вы сказали, да. И вот приходят новые дети. Я вам еще раз повторяю, это действительно новые дети. Со своими умственными способностями, со своим ранним пробуждением способностей, талантов и так далее, ранним взрослением и суждениями тоже. Есть случаи, когда вот ребенок родился и начинает тут же говорить. Так? Есть двухлетний ребенок, которого можно уже сейчас повесить в школу. Это редчайшие случаи, но случаи же есть. Значит, приходит новое поколение. Не видеть этого, значит, быть слепым, закрывать глаза. Так вот, посмотрите на ваших детей. Так? Они, наверное, перед вами ставят более другие задачи. Больше видят вот нечто продвинутое, чем мы с вами видим. Мы видим ну, какую-то реальность, мы еще воспитаны материализма. Так? И где-то это от нас ограничивает. А у них этого нет. У детей многогранное пока мышление, а потом мы будем довести это до трехмерности, и он станет таким же. А если оставить это мышление, такое сферическое мышление оставить, то другое получим, правда? Ну вот, приходят эти новые дети. Они посланцы или они просто дети как дети? Так, и все. Ну просто как это солнечные лучи повлияли на них. И вот происходит раннее пробуждение. Во-первых, я внутренне, конечно, верю, что это есть явление нашей эпохи. Явление как помощь человечеству. Я в это верю. Да, вот это... Доказывать это нельзя. Да какая наука это докажет? Но я верю, что высший разум существует, я это уже вам сказал, наше допущение. Этот высший разум не только на нашу планету, есть еще другие системы жизни, это бесконечный мир. Вернадский сказал, как только родится костное вещество, тут же родится и живое вещество. Вот сталкивают они, начинается жизнь. То есть не так, что костное зародило живое вещество, это не бывает. Низший уровень высший не зарождает. А вещи только способен возродить и нищие тоже, так? Ну вот, если это так, значит, жизнь, которую мы ищем сейчас на разных планетах, она уже есть давным-давно. Но у них другие формы, может быть. И вот есть какая-то, может быть, высшая сила, ну, Христос там, высший иерарх, Бог, Творец, вещи, так? И вот забота о нас тоже, обо мне, о вас, о человечестве, так? И надо нам дать импульс, чтобы мы вышли из-за нашего тупика.
А мы в тупике находимся, вы правильно сказали, так? Мы зациклились сейчас на материальное. Меня даже удивляют вот ваши поступки, вот делать, заниматься такими. Так, у вас нет никакой нужды, как бы, но духовная страсть вам не дает возможность просто довольствовать тем, что у вас уже есть. Так? Зачем вам все это? Значит, есть иная забота. Значит, это может быть, вам и внушено это. Может быть, вы такими пришли. Может, ваши линии говорят об этом. Я не знаю. Но знаете, если даже не было бы этого явления, в которое я верю, я вам уже сказал, мисс Марко Фабио Квинтильяно, первый век, 30-е годы. Так он сказал: отец, как только родится у тебя сын, возложи большие надежды. Давайте мы возложим на это поколение большую надежду, что они пришли помочь нам, так, исправить наши беды, наши ошибки, вести нашу культуру дальше, вылечить нас, нашу планету. Вот поверим в это и построим педагогику, чтобы эта наша мечта сбылась. Так? Тогда, конечно, эти дети сотворят свою долю чуда. Шалал Александрович, вот не могу не спросить. Мне хочется ваш личный опыт, чтобы вы рассказывали. Но вы сказали, что лично знали Лихачева Дмитрия Сергеевича. Вот для меня это кумир, которого я лично не знал, но читая его книги, воспоминания, для меня это какой-то вот образ особого человека. Вот расскажите несколько слов об этом великом человеке, об этом удивительном человеке. Вот что вас тронуло в нем? Какие черты, какие проявления, какие слова? Это настолько интересно. Да. Он был членом Верховного, то есть депутатом Совета, также Советского Союза. А я был членом Верховного Совета. И когда вот в СЕЦ и так далее, он выступал там, и меня поразило сперва его выступление. Он выступил на съезде и говорил о библиотеках. Вот мы начали разговор о книгах, правда? Да. И начал говорить о библиотеках. Что библиотеки, сельские библиотеки губятся, закрываются и так далее. Это было 89-й год. И требовал от правительства. Кстати, он был только что выпущен из Соловкова, освободили. Так, и он требовал, чтобы эти библиотеки были оберегаемы. Ну, конечно, правительство не отозвалось с энтузиазмом, но он это сделал. А дальше был, это один урок для меня. Когда я увидел, что оказывается такое, как будто мельчайшее дело, библиотека сельская, которая ютится, черт знает где. Так, это проблема для государства. Когда вот идет перестройка. Но это он сделал проблему, и при том государственную. Так, я был поражен этим, я педагог. Так. Потом был такой прекрасный случай. Я член Верховного Совета, меня посылают в Европарламент. Я там от Советского Союза был делегирован. И сижу в салоне, вошел в самолет. И надо же было такому. Вдруг входит этот величайший человек и садится рядом со мной, а рядом жена его, как потом я узнал. Ой, я так смутился, отодвинулся, думаю, может быть, не помешать ему и так далее. За самолетом взлетел, и он сам заговорил со мной, я не осмелился бы, потому что я знал, с кем имею дело. Так? А кто вы будете? Я сказал, кто я есть. Я ему нашел и говорю, и хотел бы вам сказать спасибо за вашу статью, где вы меня поддержали и сослались на меня. Он написал большую статью, где сослался на меня, на Амунашвили, на фамилию указал. Так? И то, что делает Амунашвили, вот такая педагогика, такой подход, очень хорошо отозвался. Это была большая поддержка для меня, который еще считался буржуазным педагогом. Так? И вдруг меня поддерживает такая величина. И сказал спасибо. Говорит, Амунашвили, а у вас как? И он, оказывается, знает мои некоторые такие жалкие книги о воспитании в семье, письма. У меня была книга тогда «Исповедь отца сыну». Так? И он начал спрашивать об этом, и об этой исповеди, как сын у меня, а как дочка, еще было письма к дочери и так далее. И вот так
Разговоры доехали, долетели до, не умолкая. Он рассказывал, я слушал, я задавал вопросы, он охотно отвечал, а то я умолк бы сразу, как, если только почувствовал. Я очень деликатный вообще. Так я никогда не буду смущать человека, если не чувствую. И вот так доехали, долетели до Парижа. Чувствовался его глобализм, вот его там душа. Знаете, чувствовал две вещи. Вот глобализм его я чувствовал только, вот, как говорили потом, общечеловеческие ценности. Но в этих общечеловеческих ценностях я почувствовал кое-что другое. Вот если задам вопрос кому-либо, а что такое эти ценности? Давай назовем, в конце концов, общечеловеческие ценности. Ну хорошо, а что эти ценности? Что это? Деньги есть общечеловеческая ценность? Или нету? Собственность есть ценность? Или нету? Так? А что это? Книга ценность? Доброта – ценность. Что эти за ценности? Так, вот я у него услышал тогда. Расскажите, пожалуйста. Давайте сделаем общечеловеческую ценность – благородство, великодушие. Благородство, великодушие. Великодушие. Вот общечеловеческое. Это можно ли ограничить начинальными чертами вот это качество человека? Великодушный человек. Так. Вот, скажем, это только грузинское явление, только российское явление, великодушие, благородство. Можно ограничить. А для кого будет это излишним? Чего не хватает нас в Москве, чего не хватает в моей Грузии, это благородных великодушных людей. И в Нью-Йорке. И в Нью-Йорке это великодушие. Если каждый десятый прохожий по Москве был бы добрым, великодушным, благородным человеком, ой, как нам было хорошо. В другой стране бы жили. Другой, когда я детям задаю, дети, если каждый прохожий будет таким, как вам показался ваш город? Говорят, хорошим, прекрасным, радостным. Мальчик один ответил мне, мальчик, второклассник, знаете. Когда подошел к нему, спрашиваю, а тебе? А я не знаю, мама говорит насчет рая. Не знаю, какой это рай, наверное, это был бы рай. Удивительно. Второй классный, я сам не додумался до такого, да? Вот этого не хватает. А он сказал. Удивительно. Вот потом я написал трактат «Школы жизни» и ввел в этот трактат вот этот постулат. Цель нашего образования в семье это будет, или в школе это будет, в детском саду, или где бы это ни было, это благородство и великодушие. Пусть все остальное, все содержание, математика, физика, химия, биология, они служанки этого дела. Не ребенок есть жертва этих предметов, а эти предметы просто кирпичики, чтобы строить в нем великодушного и благородного человека. Вот для этого. А в вузе, там наоборот, там науки, жертву себе науки, пожалуйста. Ты же сам пришел. Но в школе эти науки, это кирпичики для строительства. Будущего строителя. Как же иначе понять человека? Шалва Александрович, а вот вы в педагогике, вы мэтр, вы мастер. Вот скажите, пожалуйста, вот педагогик, с кем из педагогов вы встречались, и кто из этих педагогов на вас произвел впечатление, чтобы вот прям вот яркое такое пятно, чтобы осталось, вот воспоминание какое-нибудь о великих, о выдающихся, очень интересно. Да, я скажу и о выдающихся, и о тех, которые, они выдающиеся для меня. Ну да, имею в виду не с точки зрения регалий каких-то а вот, ну, вот человек с большой буквы, то, что настоящий человек. Вообразите 7-й класс, 47-й год. Значит, война только что кончилась. Голод, холод и нищета, еще и многое чего. И беспризорность еще. Так. Ну вот я сижу в 7-м классе, а у меня только двойки. Их так много, вот сколько можно у собрать вас двойки? Да, ой. С таким обилием мне ставили, с такой охватом. Одна учительница химии поставила мне даже двойку на как переэкзаменовку. Я умолял, не надо, мама у меня больна, отец погиб, не надо. Если мама узнает, нет, говорит, и дает мне переэкзаменовку по химии. Возвращаюсь, зубру эту химию в виноградниках в деревне, возвращаюсь. Оказывается, министерство отменило в тот год химию в 7 классе, а я зря мучился. А она мне говорит, ой, как жаль, что министерство отменило, а ты у меня остался бы. Ну вот, это такой учитель. Пусть на ее совесть. Ну вот в этом классе, в 7 классе приходит к нам Варвара Вардиашвили. Вардиашвили, это роза. Красиво. Так, да. Приходит она. И первое, что она мне говорит, лично мне, а для каждого, наверное, у нее было что-то. Он мне вот так, пальцем, подойди, мальчик.
Покажи мне глаза твои. Слушай, у тебя какие-то поэтические глаза. Поэтические глаза. Поэтические? Поэтические. Ты стихи пишешь? Я говорю, нет. А глаза у тебя такие. Я бегу домой и стихи начинаю писать. Несу я стихи. А потом я молодым поэтом назывался в Грузии. Столько я печатал. Так? Ну, она сказала, поэтические глаза. Несу я стихи, они никудишные, ей нравятся. А потом что-то другое, третье. А потом говорит, подари мне это твое сочинение. Я говорю, берите, берите. Единственная учительница, которая от меня что-то ждет и принимает, так? Берите. Но с автографом. Я впервые в 7 классе услышал слово автограф. А что такое? Спрашиваю. А ты распишись. И впервые я расписался для нее под своим сочинением, так? Почему она это делала? Сейчас вам скажу. Она видит мои двойки. А двойка, пока слов речи нету. А я уже первые пятерки получаю у нее. Так? Прихожу домой, мне радостно, мама, пятерка по литературе, по грамматике, пятерка. Мама тоже моя успокаивается, уже, значит, сын возвращает мне опять с двойкой. Как будто это я нарисован на этой картине, так? А с пятеркой, так? Да? И вот первые пятерки появляются, и на одном уроке она дает нам всем контрольную работу, всем и пишем, а я вдохновлен уже, сейчас напишу такое, которое тоже... как мой дар ей будет, и тоже автограф поставлю, так? Вот пишу, пишу, и вдруг она, даже не заметила, как она подошла ко мне. Сейчас она мне подарит прием на всю жизнь. Это величайший прием. Она подходит ко мне, я даже не заметил это, и вдруг слышу ее шепот. Она нагнулась, ее волосы коснулись моей щеки. Так седые волосы касаются моей щеки. Я чувствую запах духов. Ну, как эти духи были тогда? Это, наверное, Красная Москва. Так? Эти духов. И этот серебряная брошь старинная. Это все очень близко ко мне. Плотно она подошла и шепчет прямо в ухо. Мальчик, мои пятерки краснеют рядом с двойками. Как быть? И голос. Владимир Викторович, знаете, что у вас пятерка? Не... то, что сказано, а как сказано. Так? Я могу вам сказать «здравствуйте», и вы скажете «здравствуйте», могу сказать «здравствуйте». Это разные, правда? Как сказано, и как она это сказала мне, с какой грустью, с каким ожиданием, с каким состраданием, и с каким вот «возложи большие надежды», вот все это было. Она вот так щепнула в это ухо, так? И отошла. Она знала, что сейчас со мной произойдет. Я уже писать не могу. Так? Я опускаю голову, начинаю рыдать. Вот сейчас тоже хочется. Когда начинаю рыдать, только так, чтобы вот рядом сидящий, это неудобно сейчас, вот семиклассник, вот рыдает, рыдает. Возвращаюсь домой, только во сне вижу, как мне сейчас сделать, чтобы двойки не омрачали этих пятерок. Единичные пятерки, они краснеют. Как мне начал зубрить физику, химию, математику, назло учителей. Начал зубрить, зубрить. Меня мучил русский язык, мучил. Учительница русского языка, злая, злая, злая. Она отвращала мне не только от русского, от русского народа, от всего русского. Бывают такие люди. Так? Но я начинаю зубрить, не знаю. Вопрос не задавайте, пожалуйста, лишнее, но вот я уже зазубрил ваш параграф, тройка полагается. Зато пятерки не будут краснеть. Так? Так я начинаю получать тройки, 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 тройки. Значит, я уже не двоечник. А потом где-то четыре, опять четыре. Я уже, значит, вырвался. Так? А потом начинаю разбираться в зазубранном материале. И пятерки появляются. Даже по физике, по математике пятерка. У меня были тетради для математики и стихов. В одной тетради и то, и другое появлялось. И вот так постепенно. Даже золотую медаль получил. Значит, вот великий учитель. А таких учителей очень много в России. Много? Ну, как много? Если ну, процентом да. соотношения, их, наверное, 3%, да, 2%. Да. Ну, может быть, до 7 дойдет, это счастливое ну, да, число, да, так? Но они спасатели, они те. Ведь у моря немного спасателей. Двоих, троих они смотрят и спасут, кому это нужно. Да, тысяч людей. Так? Вот таких спасателей. Если их не было бы в школе, школа бы погибла.
они спасают российскую школу. И в то время тоже не так много было, да, таких великих? Ну, конечно, не так много было. Не так. Вот химии, физики, они люди, которые искали во мне свою долю программы. Больше им ничего не нужно было. Дай мне то, что я тебе вчера давал. Все. Повтори, и все. Да, прощай, до свидания. Так? Но это не человек. Это, то есть машина, знания не воспитывают человека, если не будут отношения к знаниям. Они отношения не взращивали, а взращивали сами знания. А мы плевали на эти знания. Выучишь, сдашь, и все. Забыл, а зачем дальше? Так, а если я полюбил бы этого учителя математики, или этого учителя физики, во мне осталась бы и физика, и сам учитель, его образ, облик. Вот сейчас тоже я воображаю эту свою учительницу, Варвару Вардиашвили. Расскажите великий. Еще о ней, это удивительный человек. Просто вы говорите, это как чудо какое-то. Прям знаете, чудо это. У вас тоже ведь был любимый учитель хоть один, честно. Да. Их нельзя много пересчитать. Ну, да. Мы добрые люди, и скажем, всех любили. Особенно после того, как закончили школу. Так, ну, надо быть милосердным. Ну, все они были хорошие, все они любили. Мы тоже всех их любили. Но тот, который повлиял на вас, и который и сейчас для вас является стержнем, их немного. Так? Вот это и есть истинный учитель. Она только к вам? Вот, так, нет, вот, не ко мне. Многим потом учитель. Я выпустил книгу, а не я собрал всех ее учеников. Я был директором института педагогики, вот собрали и сказал, давайте сделаем книгу о нашей, потому что она, это было как почерк, понимаете, известные учителя, известные поэты, писатели, классики, который похоронен в пантеон Тацминда сейчас, да, Чиладзе, Отар Чиладзе, он воспитанник этого, этой учительницы. Все интересные историки и так далее, это мы узнавали друг друга, даже лицо не зная, кто раньше окончил школу. А ты тоже, да? Ты не у Ардашвили учился? Потому что или слова выдавали нас, формы, знания стихов и так далее. Так, вот это выдавало. И мы вот написали книгу о ней. Каждый написал о своем. Когда я вот, это хранится, когда я их собрал, отредактировал и выпустил, а мы ведь все говорили одно и то же, как будто этот учитель был моим собственным педагогом. И он пришел только для меня, для Иосифа Нунешвили он пришел, известного поэта. А скажите, пожалуйста, она на русском языке эта книга или на грузинском? Это на грузинском, конечно. Ну, можно переводить на русский, но вот такое, понимаете, у хорошего учителя есть почерк. Но это что-то... Нравственный, духовный почерк. Это какой-то великий педагог. То, что вы говорите, это же... Ну, она спасала души, не просто даже, вот, да, спасала от падения, а давала какой-то свет, какой-то, вот, я не знаю, великий... Она мне говорит, мальчик, знаешь что, я должна была с сестрой вместе в театре Руставели пойти, а ей не здоровится. Не пойдешь ли ты со мной вместе в театр Руставели? Это не по правде, потому что сестра больна и так далее. Нет, ей нужно было меня сделать человеком. А если пойти, надо одеться, это театр. Так? А там она урок мне подаст, что такое театр, как театр сидеть и так далее. И рыцарь, что будет прививать. Оказывается, не я, она всех, и того приглашает, и другого, и до меня, и после меня это делает. Так? Значит, это один из... Ну, если учителя тоже могли... Так, приглашай ребенка, пойди вместе с ним. Так, с этим подростком, с этой девушкой, которая собак гоняет там, а ты пригласи. Удивительно. Посиди, или вдвоем, втроем пойдите. Так, и состоится разговор иной, тема будет, о чем разговаривать. Не только о школы, да? Да. Да, если учитель разграничивает это пространство общения, так, школа суживает, школа закрытая система. Если открывается эта система, если ученик приходит ко мне домой, я к нему приду. Вот другой учитель, которого я не знал, но классик. Так? Что же он сделал? Сорокоросинский, российский учитель Санкт-Петербурга. Он очень любил детей. Правда, любил, ну, авторитарном стиле, но дети чувствовали, понимаете, вот
иногда учителя внешне авторитарны, потому что советская власть принуждает быть таким. Так? Но дети ведь чувствуют, с юмором приходит учить, значит, где-то сам учится своим авторитарным. Но дети влюбились в него. Он ушел на пенсию. Но он же учитель. Как сейчас его назвать? Он бывший учитель или и сейчас тоже учитель? Ну какой учитель без учеников? Что же он делает? Обзванивает школу и говорит: пошлите ко мне самых отстающих для вас детей. По любому предмету. Самых безнадежных пошлите ко мне. И к нему приходили эти дети. Он принимал их и создал для них у себя класс. А комната маленькая. Он чуть вот ослеп уже, так? Маленькая. Принимает этих детей, двоих-троих. Проходит месяц-другой. Этот двоечник, Яри двоечник. Так? Этот, из которого уже человека не видит, вдруг вырывается и становится прекрасным. Отличным. Это сорокороссийский опыт. Такой, понимаете? Отрывается и становится даже талантливым. Притом это не один случай, не два. Эти двое уйдут, затем двое другие приходят, затем двое третьи. Учитель не может иначе жить. И из бесталантливых детей якобы делает талантливых. И вот так она поступила с одной девочкой больной, которая очень долго болела. И учителя, значит, за отсталость ставили двойки. И это еще усугубляло жизнь. Ну, как будто двойки – это забота о ребенке. Забота. Знаете, такое слово «забота»? За божественной тайной. Так значит, что, как надо заботиться мне о вас? Я должен искать у вас божественную тайну, чтобы это исполнить. Вот это будет забота. Да? Ну вот, они ставят двойки, это забота тоже. И иди учись. Она не может вырваться. И он начал заниматься этой девочкой. Она получила первые пятерки. Больная девочка. Она рада, счастлива. Первый пятерку, весточка пришла из школы. Она дома лежит, так? А он говорит: надо отпраздновать это. Хочешь, широкоформатное, панорамное кино тебе приглашу. А панорамное кино тогда уже входило, это послевоенные годы. Входило тогда. Девочка еще более счастлива. Пятерка и панорамное кино. А с кем вместе? С учителем. И он поспешил, чтобы взять заранее билеты. Взял билеты, возвращается к девочке, чтобы забрать ее и пойти билет. Чуть стемнело, а он плохо видит, плохо слышит очень. Переходит какую улицу, знаете, улицу Макаренко, надо перейти. Переходит, а там ватман звонит, трамвай спешит, не может остановиться, звонит, тревожный сигнал, а он не слышит и гибнет. Сорокороссийский. Это вроде Корчаковского подвиг, понимаете? Так он не ест под колесами трамвая, но то, что он совершил, это подвиг, конечно. Так? И вот он гибнет, а в руках держит два билета. Удивительно. Значит, не обязательно лично вот пожать руку, встретиться с Каменским, с Ушинским, или с Пестолоци, или с кем-либо еще. Так? Можно вообразить. И он для тебя учитель уже. Шлав Александрович, расскажите еще такую историю. Это удивительно. Вот эти истории настолько обучающие, настолько трогают сердце. Чище делают нас, лучше. Ну, правда, это что-то вот невероятное. Таких историй, дорогой мой Владимир Викторович, очень много в жизни. Ну, у меня же опыт большой. Я из начал, своего опыта? Вот начал учителем... Ну, что из своего опыта? О себе. Расскажите, как вы начинали, как вы пришли к педагогику? Вот как вот? Ну как вот выдающийся педагог, машину времени переносит нас на десятилетия назад. Вот как первые шаги были? Почему вы почувствовали, что это ваше? Да, первые шаги так, что я студент востоковедческого факультета. То есть к педагогике никакого отношения? Никакой. И ненавижу эту профессию. Я люблю только одну учительницу и все. А эта профессия, это просто ненавижу. Эту профессию. Хочу быть журналистом, но вот поступил на востоковедческий факультет, на персидское отделение, изучаю историю Ирана, язык персидский, мечтаю быть дипломатом, а у меня вот были такие способности. И вот так начинается. Ну, надо помочь маме. Отец погиб, он где-то в Крыму там погиб, в море, как говорят, ну, не знаю, в общем. В общем, надо помочь маме. Нам трудно живется.
и сестренка еще растет. Семья, мама больная женщина, не работает. Я пошел в райком комсомола попросить работу. Они меня послали в школу сперва одной, где меня не приняли пионервожатым, а потом поставить в другую школу. А эта другая школа оказалась той, где я год там назад учился. И все те учителя, которые мне двойки ставили оптом, так сейчас я стал для них коллегой. Я даже, мне даже неудобно было войти в учительский. Так все, они все когорта. Но, понимаете, придя в школу, пришла ко мне бабушка одна. Бабушка плачет. Я пионервожатый, я генерал, 800 пионеров в школе. Плачет, говорит, сынок, я и мой внук в шестом классе, он меня не слушается, он как плохим человеком станет, Бог тебе поможет, помоги, пожалуйста, ему, помоги. Я еще не знал, как помочь, не читал, не знал, опыта не имею, но сделал так, утром встаю рано, прихожу к нему домой, беру в школу, чтобы он не удрался из уроков, а после уроков, а там еще... Наблюдаю, приглашаю себе в свой кабинет, в пионерский комнату, сажаю, он готовит уроки, мы играем в шахматы, потом идем домой, и так далее почти год. Я влюбился в мальчика, а он меня влюбился. Не кричу, не ору, но как добрый авторитар требую. Это потом я отошел от всякого авторитаризма. Так, я полюбил этих детей. Знаете, когда вот эта общность наращивается, столько любви получается от них, столько добра, столько мудрости, что от них оторваться уже совестно. И не хочется. А тем более, если вдруг открываете, что, оказывается, вам это и нужно, так, тогда совсем уж не отойдете от него. Я влюбился не потому, что просто добрым был, потому что и была еще моя судьба. Вот то, что на этой ладони написано. Вот написано, учите, или больше другого выхода нет. И так пойдешь. Беду как найдешь. Судьба этого мальчика и с бабушкой, как вы через год потом общались, что произошло? Он школу закончил, потом в вуз поступил, с бабушкой тоже наладилось дело. Я часто присутствовал на день рождения, даже день рождения бабушки тоже праздновали с ним. Я научил, как надо любить это маленьким детям, а взрослых. Угу. Ой, это какой мощный такой путь, знаете. Маме, папе, вот я хочу через вас обратиться к ним. Говорите с детьми о вас, о себе, о своем детстве. О своих радостях, о своих огорчениях, о своих промахах, о своих успехах. Зовите их на помощь. Так? Спрашивайте советы. Не смотрите на... Вот у ребенка, который в колебель еще... Колебель, да? Я не знаю, как это. Спрашивайте. Вы ответы получите. А если какая-то такая ситуация в жизни, что слабость, вот чувствуешь себя не очень на высоте, все равно говорить детям об этом? Обязательно. И откровенно. И дети придадут силу. Это не фантастика, понимаете? Только надо отнести вот к этому делу, делу воспитания, романтически. Романтика. Что делать с хорошим, мои друзья? Бог дарит нас детей. Мы должны из этих детей сделать людей. Так? Мы можем взять палку, как в старине говорили, да, бери палку, извини, и не жалей ребенка, когда тот плачет и орет от твоих побоев. Так же не будем делать. Так? Значит, надо окунуть ребенка в любви, и он станет вас любить. Окуньте ребенка в доброте, и он станет добрым. Окуньте его чуткости, и он станет чутким. Во что он будет погрузиться, таким и вылезет оттуда. Шалал Александрович, растолкуйте слово, то, что вы сказали, романтизм, потому что каждому слову вы даете какое-то особое глубокое трактование. Да, это воспитание. Вот когда родился у меня первый сын родился, так? Сын, а я поздно женился. Сколько лет вам было тогда? 32. 33 года, когда моему сыну стало. И вот поздно женился и родился. А мы ждали. А романтика началась до этого. Знаете, вот в чем романтика. Детей надо воспитывать не после рождения, это поздно уже. Очень далеко поздно. Не после зачатия, и то тоже поздно. Это называется пренатальная педагогика. То есть педагогика там, в утробе матери еще. Это большая педагогика, пока малоизученная.
стоит о ней говорить, а до зачатия. Как это так? Вот воображать ребенка своего. Воображать. Вы же родились обязательно стать отцами и матерями. Ведь каждый изначально рожден быть педагогом. Изначально. Вы вот вовсе как будто не соприкасаетесь с педагогикой, там, не имеете ваши классы, уроки ваши. Но чем вы заняты? Вот то, что мы любой сейчас делаем. Отец. Ну, сейчас я пытаюсь вашу мудрость отец, передать мать. При помощи видеокамеры огромного количества. Отец, мать, дедушка, бабушка, дядя, тетя. Это суть педагогических профессий разного уровня. Но за ними, за этими еще есть учитель-профессионал. Учитель, воспитатель. Итак, это профессионалы. Так? Но есть непрофессионалы. Но они педагоги. Если мама кричит на ребенка, чтобы тот не делал что-то плохое, дает наставление, отец берет ремень или просто умоляет о чем-то. Что это такое, эти процессы? Это насилие. Насилие, но цель педагогическая. Да. Чтобы, как бы педагогик. Да, это есть бытовая педагогика. Бытовая, то есть, бытовая. Если папа скажет, я не педагог, да, ты не педагог, но уже занимаешься педагогикой. Но ты родил ребенка. Да, да. Уже все. Раз это так, может быть, образуемся и скажем, ну давай, раз я стал отцом, подумаю, а какой ребенок нужен отец? И пока он родится до этого, наверное, ему не понравится отец курящий. А может, рискнуть и бросить. Пу. И меня губит. А потом он начнет этим заниматься, этой пакостью. Так? А я запрещать не смогу. Как меня не запретили мои родители, не смогли этого. То же самое. Может, стоит не сквернословить еще. Так? Может, мир установить тещею, чтобы мир был в семье. Ведь можно такое сделать. Владимир Викторович, дорогой мой, это же простые. От кого это зависит? Только от нас. От жизни, что ли? Зарплата маленькая, поэтому я кричу в семье. Ору. А сколько семей бедных, но честных. Счастливых. Так? А сколько семей, наоборот, несчастных. И то бывает, и это бывает. Так? Значит, от чего все это зависит? Вот от вашего прекрасного сердца и от моего сердца тоже. Верно? Ну вот, родился мой сын, а я, знаете, как был удивлен, а почему радио не говорит об этом? Ведь сын родился у меня. Бегу газеты покупаю, а почему там не написано? Правда. А что стоит нам столько грязи выпускать в этих газетах? А в Москве рождаются дети. А вы пишите, пожалуйста, Сашик родился, Пашик родился, Машенька родился. Так? Люся родилась там. Пишите, чудо произошло. Чудо, пришли дети. Он повзрослеет и увидит, что вот о него газета писала уже. В неких странах это было. И в Грузии тоже когда-то было. Понимаете, в 19 веке. До революции. До революции. В неких газетах так писать. Сегодня родился такой Машенька. И всех детей, родился, которые рождались. Так газета сообщала об этом. Почему не сообщила? Вот так началась моя романтика. А романтика потом усугублялась. Вот сейчас посмотрите. Приезжаю в Москву, и в ГУМе, то есть в детском универмаге, который сейчас реконструируется, никак не могут понять, а что там сделать вообще? Так, не знаю, какой будет там детский универмаг. Я нашел коробочку, а там кукол, который надо надевать на руках, как марионетки, да? Или на руках надеваешь. Так. А среди них Буратино, Мальвина, Буратино и Пьеро еще. Так. Купил эти, даже не знаю почему, думаю, вот принесу домой. Картина такая. Бабушка кормит моего 3-летнего мальчика. А тут не хочет есть кашу. А каша горячая. А бабушка говорит, открой ротик. Быстро-быстро. Бабушка не знает, что это педагогику. Ну, добрая бабушка со своим ладью. Открой рот. Так, а стол длинный. Они вот там сидят. Ой, думаю, он не хочет сейчас есть. Значит, как сделать сейчас, чтобы он ел? Так, захотел это делать. Чтобы был мотив какой-либо. Ага, у меня куколка есть. Надевай Буратино. Так вот, так, надеете Буратино, а он веселый, мальчик, так, залезаю, вот романтика в этом. Кто-то мне говорит, слушай, ты серьезный человек, что ли? Куда ты лезешь? Под столом не лезть, что ли? Да, папа, ну лезь под столом, ну что тебе стоит, если ему будет хорошо, он человеком станет.
А мы, у меня хороший сын, я хочу вас познакомить с ними. Так, вашего возраста примерно, такой писатель тоже интересный, культура высокая, владеет языками, да еще школу открыть, детскую, творческую школу, сотни детей там воспитываются. И позапрошлом году дети этой школы заняли первое место в Евровидении. Так? Фантастика. Да. «Бзикеби» называлась песня, которую они там заняли, с помощью которой заняли первое место. Ну вот. Когда я буду у вас в гостях в Грузии, обязательно возьмем телекамеры, обязательно приедем в эту школу и возьмем интервью. Это же очень интересно. Я вам это у Буратино тоже покажу. Вообще супер. Он не умер. Так? Живой еще? Он не умер, сейчас правнучку воспитывает. И вот я тут сижу, и вдруг показывается Буратино. Так? Он ошалел, так он не видел. И начинается диалог. Ну, не буду все это пересказывать. Да. Буратино движется постепенно. Дай пожать тебе руку. Ой, у тебя грязная рука. Почисть, пожалуйста. А ты что, не ешь? А почему? Тогда я уйду. А он смотрит. Не уходи, говорит. Не уходи. Как тебе? Я Буратино. Подружился. Считай это живым человеком. Так Буратино жил 1,5 года. И он ждал его прихода. Он приходил. Вот стемнеет, он в постели, Буратино начинает ласкать и сказку рассказывать, а я менял голос. Это из романтики хорошего. А как по-другому? Хотите воспитывать? Можно криками это сделать, кричать. Рад но, будет. Как мы начали, да. Страхи зародятся. Страх. И потом отношение к отцу будет, ну, не очень-то синопским, да. Как сказать. Так. А это делает другое. Так, мы со своим сыном такие друзья. Так, очень, друзья, открытые, все, ну, что нужно, то есть, чем я могу гордиться, вот, детьми своими. Проходит 1,5 года, он всегда ждет Буратино, и однажды выставляет себе ералаш, когда нас нету дома, и он наткнулся, мы прятали этот Буратино в шкафчик, эту коробочку нашел, и там Буратино, ой, Буратино, думает, что Буратино скочит, и поговорит с ним, а Буратино не встает. Не говорит, Буратино, Буратино, а Буратино встает. Мы приходим, он орет, плачет, Буратино не хочет со мной разговаривать. Удивительно просто. Так, вот это чувство. Это романтика, да? Это из романтика, но это из педагогика. И это, в этой романтике мне тоже было интересно, ведь это тоже, вы не хотите познать свое отцовство? Вот познать, чтобы он-то растет, он детство запомнит, а вам не хочется свое отцовство запомнить? Вот, честно говоря, не думал никогда. Вот надо подумать. Ой. Не, по-взрослому подумать. Да, да, да. Же... Каким я был отцом? Он скажет, каким он был ребенком, что с ним происходило. Вот сейчас вспоминаем свое наше детство. А вот вспомнить наше отцовство. Удивительно. Да? Но это же нет смысла. Мне стыдно, потому что у меня, конечно, как отец, я, конечно, чувствую здесь... Пробел нет. Большой, который устранять надо. Шалом Александрович, а вот скажите, вот в таком, ну, я понимаю, что это, наверное, некорректно, вот в таком неком, каком-то таком вот телеграфном, может быть, послании, вот если бы сегодня вас все мамы спросили бы, папы, вот дайте несколько советов. То, что вы сейчас рассказали, это великая школа была, величайшая. Я знаю, что и через 20, и через 30 лет люди будут слушать эти примеры. Ну вот такой посыл короткий. Вот, ну, я не знаю, что не делать родителям или на что обратить внимание. Вот советы такие. Вот знаете, ну время скоростное, некоторые люди, может быть, ему как это вот прям, знаете, искра какая-то пробьет сердце. Вот из всего этого, что я сказал, я могу вынести, так, суммировать, то есть сформулировать 3 заповеди. Но заповеди это не то, что я заповедую, это для себя. Эти заповеди я выработал, а сейчас подарю нашим слушателям, если им понравится, пусть возьмут. 3 заповеди. Первая заповедь – верить в безграничность своего ребенка. Каким бы он ни был, каким бы он вам сейчас ни казался, так, верите, что он безграничен в своих возможностях. Если, вот даже я сформулирую такое воображение, если природа не имеет начала и конца в своем творчестве, и Вселенная тоже не имеет границы, так, то вот единственная модель безграничности и неисчисляемости – это ребенок. Вот это к вам пришел. Он сейчас вот такой маленький. Так, а вы поверите в его безграничность. И ищите способы, ищите, и они придут там, к вам тогда, что
способы, которые будут эту безграничность беречь и раскрывать у ребенка. И от этого что-то достанется. Не все, но многое полезное свершится. Худо не будет. Верить в безграничность своего ребенка, каким бы он ни был. Так, может быть, кто скажет, он умственно неполноценный. А вы верите, что он безграничен? Что значит, он умственно неполноценный? Понимаете, ведь Эйнштейн до 4 есть дети говорил, аутисты. Глубокие аутисты, да? Вот Эйнштейн тоже был аутистом ребенком, но гением стал. Глубокие аутисты. Оказывается, даже с таким аутистом, как растение называется, да, болезнь вот такая, человек не жит, не двигается, как будто мертвый, но живой. Так? И нашли способ достучаться до них. Способ. Так сейчас этот способ стоит описать специально, я вам книгу даже пришлю по этому поводу, «Души, говорят», называется. И эти глубокие аутисты, которые читать как будто не знают, писать как будто не знают, ничего не знают, не могут, потому что никто не учил. А читать умеют и писать умеют. Так? И Библию читали, и многие, откуда, спрашивают, до рождения, говорят они. Хотите верьте, хотите нет. Но мои допущения подвезли к тому, что это все правда. И вот, исходя вот из этого, я говорю, любимый мой, пожалуйста, верьте в безграничность вашего ребенка. Не надо этим хвастаться, просто верьте, что ваш аутист, ну, если все же такое случилось, так, и ваш ребенок, который мало слушается, так, шалун, это же чудо, ребенок, полюбите шалунов, и дайте им шалить. Не запрещать шалость, а пусть мы с вами, папа с мамой, научимся шалить вместе с ними. Папа должен быть с хорошим шалуном. Так? Папа шалун, ой, какими душевными людьми они станут друг от друга. Шалость в переводе означает улавливать совершенное. Вы понимаете? Удивительно. Значит, шалость – это лучшее качество в ребенке. Он разрушает мир не потому, что… Разрушитель. Нет. Он переобустраивает, учится переобустраивать. Как в игре дочки-матери учится быть матерью, так? Вот в этой игре, в шалости, учится переобустраивать мир по-другому, не так, как этот мир устроить. Запретим шалости, значит, будущего таланта погубим. А лучше вместе с ним шалить и познавать, а в чем же он больше любит шалить. Так? Шал Александрович, сразу говорю, как отец и дедушка, беру на вооружение. Вот, сразу берете, прям, да? И с восхищением беру, искренне говорю. Тогда и второе тоже возьмете. Значит, первое – это верить в безграничность ребенка. Второе – верить в свою искру Божью. Вы от Бога учитель, от Бога отец, от Бога мать. То есть верить в то, что я педагог, что мы педагоги родители. Да, что от я Бога. От Бога учитель, от Бога мать. Даже если я конструктор, инженер или пожарный. Это не важно. Это так и бывает. Не все учителя в школе, это одна часть только, может быть, 10-я или 15-я часть это учителя. Остальные – это просто люди разного склада, разного уровня, разными знаниями. Так? Но верить, что я от Бога. От Бога, потому что Бог доверил мне этого мальчика, значит, я единственный, или единственный, кто должен. И вот я от Бога учитель, от Бога мать, от Бога отец. Если верить в это, что я от Бога, во мне открываются вот те таланты, которые нужны ребенку от меня. Если я от Бога мама, найду ласки, нужные ласки, не всякая годится, найду нужную любовь, не всякая любовь годится. Нужные слова. И слова придут само собой, они сложатся. Найду, как извиняться перед ребенком, как спасибо сказать, так, чтобы он потом приучился к извинению, к спасибо приучился. Да? Найду все это, интонации буду находить, если я верю, что я от Бога учитель. И третья заповедь. Так? Верить, что ребенок есть носитель своего предназначения. Он в вашей семье, ваши вот прекрасные дети, трое, вы сказали, дай Бог им много счастья и радости, так? Они пришли к вам со своими путями, со своими предназначениями. Они могут взять ваше дело, могут не взять ваше дело. Могут продолжить ваши мысли, могут не продолжить ваши мысли. Они не обязаны продолжить ваши мысли. Они со своими мыслями приходят, со своими делами. А может быть, это так и будет, а может быть, и не будет. Вы не должны огорчаться.
Так? И просто создавайте все условия, чтобы они нашли себя, обратились к самому себе, прислушивались к чувству знания, а потом уже найдутся пути. Вы покажите и то, и другое, и десятое, чтобы они вошли в этот мир. А когда увидят, как говорит один психолог, дайте мне накрытый стол, а я вам скажу, что я хочу есть. Фантастически. Вот да. Я недавно прочел такую фразу, что любящие мамы часто позволяют своим детям все, но только не быть собой. Вот, наверное, это вот заповедь это... отсюда, да? Да? Что все-таки увидеть личность, увидеть его путь, судьбу и постараться помочь ему родиться. Постараться помочь, да. Ребенок приходит со своим предназначением, он гость в твоей семье. Если точно сказать, он пришелец к твоей семье. Ищем пришельца, вот уже пришел. К себе пришел. Вот это разгадка большая. Так пришел, а потом взрослым стал, вот такими, как мы станем. Мы уже не разгадки. Он разгадка. А многие родители, если фермер, допустим, требует, чтобы он любил фермерство, заставляют, он художник. Они его ломают, они его не любят, потому что он не продолжает их дело, или их амбиции каких-то, вот таких трагедий. Ну, ломается судьба. Он может стать фермером, но несчастным. Ну, дело всегда будет проклинать или отца, если бы я так. А сколько, если бы меня просили бы людей, наверное, 90% так и сказали, что у них живут не своей жизнью. Поэтому у ребенка свой путь, ну, путь не прямо, а путь духовным, внутренним путь. Он судьбу носит, и не надо портить эту судьбу. Шалал Александрович, вы величайший педагог, величайшее сердце. Я хочу выразить вам свою искреннюю благодарность от себя, как ученика. И как вот сегодняшнее общение, оно перевернуло просто мои многие вещи. Хотя я в чем-то считал, думаю, ну это уж я вопрос знаю. Я уверен абсолютно, что наша беседа будет жить тысячи лет и поможет многим родителям, бабушкам сохранить... вдохновить своих детей, любить своих детей. Огромнейшее вам спасибо. Я уверен абсолютно, что мы снимем с вами еще не одну передачу. Ну и от всех мам, пап, дедушек и бабушек, вот низкий вам поклон, еще больше любви вам, счастья вашей семье. Вы величайший человек. Такие люди, как вы, рождаются один на 100 миллионов и раз в 100 лет. Вот низкий вам поклон. Удачи вам, спасибо вам большое. Мы прослушали с вами удивительную школу жизни. Я себя до этой школы считал опытным отцом, психологом и так далее. И понял, что школа Шалова Александровича, которую мы сейчас с вами прослушали, перевернула просто мою жизнь, представление педагогики. Я знаю, что вот то, что вы увидели, должны увидеть как можно больше людей. Огромная ко всем просьба ученикам школы, сподвижникам, друзьям. Распространяйте знания Шалова Александровича как можно больше, рассылайте, ссылок обращайте. И великая просьба, друзья, у Шалова Александровича есть замечательный сайт, вы сейчас его увидите на экране, то же самое, заходите, берите мудрость, учитесь у лучших, у великих педагогов, есть такая возможность, пишите вопросы и, конечно же, давайте вместе будем продвигать эти знания. Это настолько важно, чтобы как можно больше родителей, учителей услышали, увидели Шалова Александровича. Помогите в этом благородном, важном, полезном деле. Обязательно распространяйте, ну, станьте вот как я, такими хорошими пропагандистами мудрости великого педагога. Спасибо, удачи!